Нет, ну вы посмотрите, сколько она наготовила. Как будто к ней футбольная команда в гости придет. А к ней может. За ней всегда очередь из мужиков стояла. Ой, когда это было? Сейчас никакой очереди не наблюдается. Да, девочки, старее. И не богатеем, вот что самое обидное. Ну ты за всех-то не говори. Вон, Лариска из школы уволилась, курсы бухгалтерские закончила, нормально зарабатывает. А у Надьки так вообще старость в шоколаде будет. Муж бизнесмен. Да, Валерка, это вообще золотой вариант. Кому еще так с курса повезло? Чтобы и квартира, и машина, и дача. И чтобы каждый год по 3 месяца на море тусить. Ой, ну какой тусить, девочки? У Костика такая аллергия, что мы не можем весной здесь жить. Вот я и вывожу их к морю, где нет этой пыльцы. Валерка отвозит и возвращается работать. И как вы думаете, легко мне 3 месяца вдалеке от мужа прожить, да еще с 3 детьми? А ты не боишься его одного без присмотра-то оставлять? Ну, во-первых, не без присмотра. У меня есть мама, он ее на диализ возит, и она мне все докладывает. И потом, ну когда ему тут развлекаться? У него с этими магазинами работают до 3 часов ночи. Вот и приходит весь зеленый. Ой, нет, я, конечно, счастлива, что могу не работать в школе, как вы. Но поверьте, нет золотых гор у Валерки. Одно мамино лечение чего стоит? Ты не знаешь, он еще с ней? Ларис, ну чего дальше выставлять? Нечего пока, видишь, готовлю еще. Может, вино? Нет, вино пусть охлаждается. Для кого? Кого это мы ждем? Кого-кого? Валер твою? Ну, ты же знаешь, что он за рулем, ему нельзя. Так, давай колись, кто сейчас за тобой бегает. А то ты как уволилась из школы, сразу такая загадочная стала. Да нет, просто в школе каждый мой шаг тебе Танька с Олькой пересказывали. А тут я весь день одна кушусь. Не жалеешь? Все-таки бухгалтерия не такая веселая штука. Да уж повеселее, чем математика для первоклашек. Да уж. Твой муженек. Ну, видишь, звоню же. Да нам не привыкать без мужиков отмечать. Наливай. Ну, кому-то может и не привыкать, но только не тебе. Ларис, признавайся, ты хоть месяц своей жизни прожила одна без мужика? Ну, месяц точно прожила. Ой, да ладно тебе, когда это было-то? Все хорош. Да. Алло, ну ты где? Да я уже здесь. Цветы заехал купить. Спасибо. Он уже у подъезда. Надь, когда он в домофон позвонит, откроешь ему? Хорошо. Привет. Чего так долго? Привет, так я цветы покупал, да то да сё. А как ты вошел? А, там этот выходил, я за ним. Валер, привет. Привет, Оля. Мы тебя заждались уже, ну проходи. Какой шикарный букет. Валера, чего так долго-то? Таня, стол уже накрыт, а ты Привет. Начала без меня, да? А. Так, мне бы это... Чего? Привет. Боже мой, какая красота. Да, ну серьезно, Ларис, мы кого-то ждем? Ну для кого нарядилась так, а? Ну, поздравлять-то будем. Лара, здравствуй. Да, все уже, по-моему, кому надо, пришли. Так, давайте к столу. Я не могу так пить, не закусывать. Валер, ты молодец. Давай я букет поставлю в вазу. Минуточку. Букет, наверное, все-таки мне. Сходи, пожалуйста, за вазой. Точнее, за ведром. Такой огромный. Спасибо. Ладно, давайте к столу. Ты что, совсем? А почему не ты, Миша? Людмила, возьми мой зонтик. Там дождь обещали. Мам, подожди, я разговариваю. Нет, мне не трудно вызвать такси, но мы же с тобой договорились.
почему ты все время меняешь планы? Я не могу опаздывать на это мероприятие. Хорошая начальница, которая такой пример подает своим подчиненным. Ладно, потом поговорим. Пока, я опаздываю. Не приедет? Да ну его. Весь такой занятой со своим бизнесом. Можно подумать, олигарх какой-то. Да он меньше меня зарабатывает. Ну, бизнес еще раскрутить надо. Ну, вот и пусть раскручивает. А то он заладил, рожай, рожай. А деньги кто будет зарабатывать? Я понимаю, если бы меня под окном личный водитель ждал, а дома нянька и домработница дежурили, тогда бы я сразу родила. А он все заводит разговоры, да? Да, каждый день. Тебе уже 30, ты директор фитнес-клуба. Чего мы ждем? Да, чего мы ждем? Такси вызывать не буду, дойду пешком, здесь 10 минут идти. Возьми зонтик. Нет, дождя не будет. Знаете, за что я хочу выпить? Так это за дружбу. За настоящую мужскую дружбу. Нет, Валера, нет. Мужская она как раз не настоящая. Я хочу выпить за нашу. Вы, девочки, помните, как мы этой Буряковой сдавали зачет? На лекции ходила одна Танька, а зачет у всех троих. Потому что дружба. Да. А я думал, моя Надька самая умная. А это Бурякова, что вам преподавала? Немецкий. Могун, могун, ну у них хойте, заган айле, хаулёте. Два Вершинина, садись. Только я теперь не Вершинина, 8 лет, как Исаева. Я сейчас льда еще принесу. Давай. Так, ну, мне, пожалуй, пора освежиться. Да, Валера, она сама лед принесет, это же не айсберг. Я строго на север, порядка 50 метров. Пункт назначения – мэ и жо. Что-то душно. Пойду форточку открою. А нас не продует? А ты вон Валеркин пиджак накинь. Ты чего, Валер? Соскучился. Разведчик из тебя никакой, товарищ Исаев. Да? А мужик? Подожди, подожди, не сейчас. Не сейчас, хорошо. Когда? Потом. Ух ты, какое у нас красивое колечко на пальчике. А ты разве не видела? Нет, я не видела. Я не видела, ну покажи. Нет. О, тут каменьев-то на миллион. Смотри, какой сапфир огромный. А вы говорите, нет, очень да классно. Так она тебя признает. Почему кавалер-то своего не пригласила, а? Да, он в командировке. Телефон звонит, дети. А, это Валеркин. Кого? Валер, тебе Мансур какой-то звонит. Да там, выходил кто-то, я и пошел. Поздравляю. Надя, ну дай телефон. Надь, ты куда? Ты куда, Надь? Возьми коробку конфет, девчонок угостишь. Мам, прекрати, это не мой стиль руководителя подчиненных конфетами угощать. Мише отдашь. А на Мишу я обиделась. И вообще я уже опаздываю. Ой, извини, я тебе помадой испачкала. Надь, да что с тобой, а? Что случилось? Что произошло? Это что? Это что? Ты не тряси ты сейчас. Что? Это чек от кольца. Ну что? Это было у тебя в кармане. Что ты надел? Да что я надел-то? Я кольцо купил. Ты же сама просила взять что-нибудь подороже. Одного букета мало. Я и купила. Лариска на меня целый месяц горбатилась. Надо же было ее как-то отблагодарить. Уйди от меня. Надь, куда я уйду? Успокойся. Давай поехали вместе, а? Я с тобой никуда не поеду. Послушай, ну а как ты детей заберешь, а? Я тебя прошу, успокойся, не истери.
Тебе просто вино в голову ударило, ты вообразила себе не весь что. А Таня? Таня с Соней тоже вообразили, да? Все уже все знают, понимают. Одна я как дура. Тише, я-то думала, ты работаешь до ночи, а ты... Ты даже домофон ее наизусть знаешь. Да не знаю я ее домофон, а? На. Ну, там мужик какой-то с коляской выходил, я и вошел. Ну, все, Надя, успокойся. Не поехали трудно. Вместе, поехали вместе. Поехали за детьми. Ну, поедем. Смотри, на улице уже холодно. А пока ты до мамы уйдешь, целый час пройдет. Все, успокойся. Кольцо специально ничего не сказал, чтобы ты меня не ревновал. Ну реально, человек меня выручил. Если бы не она, налоговая на меня повесила бы 2 миллиона. Ты же сама просила взять ее на работу. Что ты все молчишь? На дорогу смотри. Ты с темы не съезжай. Я тебе все логично объяснил. Почему ты мне не веришь? Ну хоть посмотри на меня. Да я не могу на тебя смотреть. Что значит не можешь? Ты жена мне или кто? Высади меня, я не поеду дальше. Не могу, мне тошнит от тебя. Тебя от меня тошнит! Высади меня, я сказала! Нет, ну послушай меня! Да не хочу меня. Я тебя послушай! На дорогу! Слышите? Мы в аварию попали. У меня муж без сознания, еще кто-то пострадал. И... Что? Адрес я. Сейчас я вам посмотрю. Я не вижу ни одного номера дома. Сейчас, подождите. Секунду. Навигатор. Улица Островная, дом 26. Вы меня слышите? Пожалуйста, приезжайте скорее. Пожалуйста. Девушка. Боже. Девушка, вы живы? Господи, пожалуйста, только не умирай, пожалуйста. Валера, я... Все будет хорошо, Господи. Я вызвала скорую, Валерочка. Потерпимый человек сбили нас. Люди! Где вы? Боже! Нет, он не подходит. Попробуй ты ее набрать. Но почему это мой день рождения? Подожди, еще ничего не случилось. Я думаю, что случилось. Надька это просто так не оставит. У нее характер. Нет, она тоже не отвечает. Ну, попробуй еще раз. Ну что за урод? Прямо на пешеходном переходе человека сбить. Скорую это вызвали? Это они нас вызвали. Мы ближе были. Труп. Пошли. Точно, баба. В
Выходим, гражданочка. Выходим, выходим. Ну что непонятного-то? Выходим. Николай Сергеевич, спасибо, что согласились подъехать. Здрасте. Здравствуйте. У меня Валера как выйдет на работу, он сразу все оплатит. Все в порядке, я не волнуюсь. Так, Надежда, давайте вы мне еще раз расскажете подробно, как все произошло, хорошо? Хорошо. Мы ехали. Я на секунду отвлеклась. Потом так. Валера закричал: «Тормози!» Я начала тормозить, машину повело, и мы ее сбили. Да. От медицинского освидетельствования не отказывались? Нет. А, вот вижу, да. Ох, а сколько вы выпили? Бокал вина, может, два. А почему вы ехали без водительского удостоверения? Да, я машину-то редко вожу. А тут так захотелось, вот я мужа и уговорила поменяться. Просто мы из гостей ехали, настроение было веселое. Дороги пустые. Вот, вот я и сглупила. Да уж. Скажите, а то, что у меня трое детей, это может как-то повлиять на то, чтобы меня не арестовывали? Все-таки мужу пока врачи не разрешают ходить. Мама болеет. Ну, кто с ними останется? Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Все-таки решение принимает судья. Поняла. Валер, тебе, может, коляску-то оставить? В туалет будешь кататься? Да нет, я уже хожу. У меня только голова кружится. Серьезно? А в глазах, смотри, не двоится? Да нет, вроде. Хотя вчера однодюхи смс-ки приходили. А я их с трудом читаю. Хотя, скорее, с трудом их понимаю. Валера. Полиция знает, что за рулем была я. А ты ничего не помнишь после удара, понял? Приеду, объясню. Просто жаль, что ты ничего не помнишь. Ну-ну-ну, и что она написала? Да беспокоиться о моем здоровье. Я и написал, что ничего не помню. Ну, про эту ситуацию. Слушай, а ты реально ничего не помнишь? Помню. Помню, как я бежал за ней, потом успокаивал. Сели в машину, ехали, ругались, потом удары. И все. Но доктор сказал, что вроде бы все восстановится. Вас подвезти, Надежда? Вы сейчас куда? Домой или в больницу к мужу? Да нет, он уже дома. Спасибо. А. И что, мне не нужно теперь сидеть дома? Нет, нет, что вы. Подписка о невыезде, это значит, что вы просто не можете выезжать из города. Ну, да и то, если там на дачу часа на три, то можете совершенно спокойно ехать. Вот, и нам нужно будет с вами обязательно еще встретиться раза два-три, чтобы у меня была полная информация. Вы в среду можете? Да, конечно. А я думала, что мы только теперь на суде увидимся. Да что вы, нам же нужно подготовиться. А у меня пока, честно говоря, нет представления о деле. Знаете, Надя, такое впечатление, что вы рассказываете мне какую-то придуманную историю, а не то, что было на самом деле.
А мне, как к вашему адвокату, лучше знать правду, Надя. Садитесь. Не любишь. Тебе вон Валера сколько раз предлагал машину купить, и все отказывалась. А тут такое. Да я потом объясню. Сил больше нет. Ты, если надо, иди. Я детей сегодня не буду привозить. Мама там вроде как справляется. Понятно. Одна хочешь побыть. В смысле, с ним? Ладно, давай пока. И бульон поешь. Он бледная какая. Все. Звони мне, если что. Пока. Пока. Ты же не спишь? Нет. Следователь к тебе уже приходил? Звонили, сказали, завтра придут. Надь, в общем, у меня кое-что отложено. Я мог бы попытаться решить все с родственниками этой погибшей. Ее звали Людмила. Рябинина Людмила Алексеевна. 88-го года рождения. Детей не было. Управляющая фитнес-клубом в спорткомплексе. Шла по переходу. Надя, ну зачем ты это берешь на себя? Можешь мне объяснить? У меня никакой информации, кроме твоих смс-ок, где, мол, ты ехала за рулем, а я ничего не помню. Но ты все помнишь? Да, но это не снимает вопроса. Зачем ты это делаешь? Да потому что я подумала, что ко мне, как к матери троих детей, проявится снисхождение. Может быть, вообще дадут условное наказание. Хотя адвокат сказал, что надежды мало. В крови был алкоголь. Тогда давай, может быть, все переиграем. По-настоящему. Ну, я скажу, что я все вспомнил. Угу. Прекрасно. Тебя посадят. А я останусь одна. Содержать троих детей, больную мать. Сколько ты отложил? Точно не помню. Где-то около 500 000. Один магазин можно продать. Там был покупатель. Это еще пара миллионов. Хотя там на нем тоже долги висят, кредиты. Да все равно срок до 7 лет. Ну, может быть, чудом дадут тебе 4 года. Не хватит никаких денег. Ты вспомни, сколько у нас поездка на море стоит. 300 000, не меньше. А мамин диализ 50 в месяц. Я уверена, что мне дадут меньше, чем тебе. Поэтому давай будем делать так, как я решила. Надь, ну в конце концов, у нас есть дом, машина. Продадим второй магазин. Можно попробовать заключить с ними мировое соглашение. Ты что, не понимаешь? Если мы все продадим, мы детей оставим ни с чем. Ты вспомни, как ты поднимался, чтобы построить этот дом. После тюрьмы ты уже не поднимешься. Ты лучше пообещай мне, что будешь заботиться о детях и о маме не меньше, чем до этой аварии. Лучше даже больше. Ведь это все случилось из-за тебя. Надь, да не было у нас ничего с Ларисой. Давай уже закроем эту тему. Ладно. Если ты считаешь, что эта тема закрыта, мне будет легче. Ведь я тебя смогу простить еще не скоро. Я поехала к детям, если что, звони. Подожди. Как же он тебе сказал, что ты уволена, если он тебя официально не оформлял? Слушай, видать, сильно он башкой треснулся, раз не помнит ничего. Ты его выручила по дружбе, а он теперь из себя большого начальника строит. Тебе денег-то заплатил или так? Колечком отделался?
Да заплатил, заплатил, успокойся. Значит, все. Финита? Мне казалось, что он в тебя влюблен. Мне тоже. Да, но Надя-то наша как попала. Я не представляю, как это у них все получилось. Я сама видела, как он за руль садился. Это как надо было перессориться в дороге, представляешь? Значит, так сказал, что все? Нет, он промычал, чтобы я больше не звонила. А, ну подожди. Это еще не значит, что все. Это он, может, так на время суда шифруется. Серьезно? Как ты думаешь, сколько ей дадут? Она же тут выпивала с нами, еще этот пешеходный переход. Да, блин. Посадят ее лет на 5. И останется Валерка один с тремя детьми сгибаться. Надо будет шефство над ним взять. Ларис, я серьезно. Правда. Если ты этим не займешься, то желающих много набежит. Танька сегодня целый день там провела. Ты сейчас вздохнула по поводу себя с Валерой или по поводу Нади? Ладно. Не хочешь — не отвечай. Помогать приходит. Ей нравится возиться с твоими разбойниками. Сегодня Машка ей на халате карман оторвала, а ей хоть бы хны. Умиляется. Своих-то детей у нее не было. Мам, меня в тюрьму могут посадить. В каком смысле? Ну, в прямом смысле. В тюрьму, на зону, в колонию. Как это? А тебя-то за что? Я просто тебе не говорила. В общем, за рулем была я. Мам. Мам. Мамочка, сейчас. Подожди, сейчас. Сядь. Давай. Ты же сама. Ты же сама всегда говорила, что ты не любишь машину водить. Мам, не нервничай ты так. Все к лучшему. Ну, в смысле, что не Валеру посадят. А ко мне могут снисхождение проявить. Все-таки трое детей. И потом, Валер же все на себе тянет. Нанял хорошего адвоката. Ну, а мне? Ну, несколько месяцев придется посидеть. Вот и все. Позорище. Позорище какое. Тебя же после тюрьмы ни на одну работу не возьмут. Да, мам, я и сейчас не работаю. Ну, не волнуйся ты так. Зато будут деньги тебе на процедуры. Дом у нас останется. Машина, чтобы в больницу возить тебя. М? Валера за вами присмотрит. Ну, а с детьми? Ну, если Раиса Григорьевна согласится понянчиться, мы ей сможем немного приплатить. Поговори с ней. Раиса? Угу. А что я ей скажу? Ну, хорошо, я с ней поговорю. Мам, сейчас давай спать. Пойдем. Так, ты ей только денег много не предлагай. Она и так с удовольствием с нашими детьми играет. Я разберусь. Пойдем. Надежда, я 100 раз вас прошу подумать, прежде чем настаивать на этой версии. Ну, а что тут думать? Все так и было. Послушайте, я за эти пару недель достаточно хорошо ознакомился с материалами дела. И в вашей версии есть много нестыковок. Но первое – это сломанное ребро вашего мужа. Если он был не за рулем, обо что он мог удариться грудью? Вас же следователь замучает такими несоответствиями. Ну, я уже следователю все объяснила. Там у него в ногах лежал самокат Ванькин. И я потом его просто перекинула на заднее сиденье. Да какой самокат? И что, его это устроило? Да. Их вообще устраивает, что я все помню и ни с кем не спорю. Послушайте, Надежда, скажите мне, вы в ссоре с Валерием? Почему вы так решили? Ну, просто странно, понимаете?
Муж ваш давно уже поправился, ходит на работу. А у меня был всего лишь один раз. В таких ситуациях муж от жены ни на шаг не отходит. На каждую беседу приходит вместе. У него проблемы по бизнесу, большие кредиты, бухгалтер болеет. Ему некогда. Вам же он вовремя платит. Это да, но не в этом дело. Все так думают. А дело именно в этом. Знаете, сколько нужно горбатиться, чтобы вовремя всем заплатить? Давайте лучше вернемся к моим перспективам. Да какие там перспективы? Ну, боже мой, какие перспективы? Ну, три отягчающих обстоятельства. И одно краше другого. Пешеход сбит на пешеходном переходе. Скоростной режим превышен. 0,4 промилле в крови. Простите, я боюсь, что готовиться нужно к тому, что дадут по максимуму. Это что значит 7 лет? Почему 7? Нет, 7 это если бы вы сбили нескольких, а так 5, ну тоже, извините, немало. У вас сколько сейчас младшему? 5. 5. А будет 10. И как он тут один, без матери? Простите. Выпейте вот. В общем, у нас сейчас из плюсов одни только ваши слезы. Ну, я имею в виду, что судья может вас пожалеть и не даст по максимуму. С семьей погибшей договориться не удастся, я пробовал. Нет, муж вполне себе вменяемый человек, он понимает, что вне зависимости от того, сколько вы получите, жену ему уже не вернуть. Он мне сказал, что ему тяжело об этом говорить, на суд он не придет. А вот мать... Нет, ее, конечно, можно понять, такое горе, но характер... Полжизни в депутатах. Есть один вариант. Вы меня, конечно, простите, Надежда, что я вам это предлагаю, но если бы вы на суде заявили, что накануне, скажем, узнали об измене мужа, тогда я мог бы настаивать на том, что вы были в состоянии аффекта, понимаете? Нет, он мне не изменял. Господи. Ну, договориться-то с ним можно, а? А для нас это минус год от срока, ну. Ну, почему не попробовать? Нет. И, пожалуйста, давайте не будем возвращаться к этому вопросу больше. Тань, спасибо, но приходить не обязательно. Уже и так все понятно. Ну все, все, хватит хлюпать. А то я сама расплачусь. Нужно верить в чудеса. Следователь ко мне хорошо относился. Мы даже за это время успели подружиться. Так что, может, и в суде повезет. Ладно. Все. Пока. Надежда, что дадут отсрочку приговора. У нас в области уже пару прецедентов было, а по стране счет на сотни идет. Ну, здесь сыграет роль и состояние вашего сына, аллергии его, и то, что мама у вас болеет. Вот, ну, и ваши кредиты. Вы, главное, Надежда, там не заводитесь. Скорее всего, Анастасия Викторовна будет вас всячески провоцировать. Поддевать, оскорблять. Она давно уже в друзьях с нашим прокурором. Ну и, помимо того, лично знакома с губернатором. Но если вы вступите с ней в перебранку, это на судью произведет очень плохое впечатление. Поэтому просто молчите и просите прощения. А Анастасия Викторовна – это судья? Нет, это мать погибшей. Вот она идет, видите? Thank you.
Суд идет. В связи с вышеизложенным суд принял решение приговорить гражданку Исаеву Надежду Сергеевну к лишению свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ходатайство защиты об отсрочке исполнения наказания гражданки Исаевой Надежде Сергеевне отклонить. Приговор вступает в силу с момента его оглашения. Мы подадим апелляцию. Руку давайте. Зачем? Он должен наручники надеть. Подождите минутку, пожалуйста. Надя, вот возьмите вещи. Главное, не нервничать. Пока будут рассматривать апелляцию, вы будете здесь, в городе, в СИЗО. Полгодика еще может быть выскребен. Если только какая-то нештатная ситуация, сразу требуйте бумагу и пишите письменное заявление. Это все дисциплинирует. Я имею в виду работников СИН. Пройти. Дайте с мужем попрощаться. Валерий! Валерий! Да. Прощаться будете? Нет. Пойдем. Я же сказала, без детей я тебя больше видеть не хочу. Начальник, веди меня. Подожди, Надь, я объясню. Я даже слушать не хочу. Или ты приезжаешь с детьми, или не приезжаешь вообще. Ты мне уже 2 года голову морочишь. Пойми, детям тоже тяжело. А мне не тяжело, черт возьми! Тихо, Исаева, тихо. Ты меня понял? Если еще раз ты приедешь без детей, я на тебя в суд подам. Ты что думаешь, отсюда управу нельзя найти? Не смей приезжать без детей. Понял? Все, пошли отсюда. Тоже мне заговорщики. Спрашивал же, с детьми или без? Отряд! Строимся на обед. Надь! Надь, ты слышишь меня? Ну что ты из-за этого придурка так убиваешься? Ну хватит, а? Надь, ну не плачь. Я не плачу. Ну, конечно, вижу, ногти красишь. Надька, пойдем обедать. Там щи дают сегодня. Девчонки говорят, целый мешок щавеля привезли. Пойдем, а? Любишь щавель? Да, очень обожаю. Пойдем, давай. Исаева, Калмыкова вас все ждут. Да идем, мы идем. Да почему? Почему он не может детей привезти? Я не могу уже больше на фотографии смотреть, не могу. Ну, ладно, ладно, тебе зато есть на кого смотреть, вот и радуйся. Ну и потом, зачем детям психику ломать? Чего они тут хорошего на зоне увидят? Ты что, не понимаешь? Они меня просто скоро забудут. Боже, какая же я дура, зачем я это все придумала? Все, ладно, давай, вместо того, чтобы реветь, ты соберись и подавай на УДО. 2 года прошло, у тебя не было ни одного выговора. Вот именно, сейчас обе у меня выговор получите. Быстро в строй. Давай, давай, пойдем. Все, молодец. А чего ты там придумал, расскажи. Да забудь ты о ней. Ну, ты же знаешь, что у нее в голове. Все вокруг сволочи, и я первый из них. Ты лучше расскажи, какие у нас сегодня планы на вечер. О! А дальше? О! Хорошо. Это мне нравится. Ладно, тогда еду.
Если детей опять нет, зря вы меня туда ведете. Привез он детей? К стене. Что вы молчите? Не надоело в эти игры играть? Проходим. Вам лишнее слово скажешь, вы потом жалобу накатаете. Сейчас придете, сами все увидите. Вперед. Слушайте, Савельев, а как там моя бумага? Ну, по поводу УДО. Ее хоть отправили? Исаева, это не ко мне, это к начальству. Расписали, значит, отправили. Вперед. Давай, проходим. Ваня, Ванечка, господи, родики мои. А где Маша, Костик, Валер? Да, они приболели немного. Так-то ничего страшного, простудились. Я в следующий раз их привезу. Ой, Ваня, как же ты вырос. Родненький мой, ты у меня прям богатырь. Ну, в общем, я через час зайду. Подождите. Валер, иди тоже погуляй, я с Ванечкой вдвоем поиграю. А так можно, чтобы я где-то побыл? Ну, во дворе можете посидеть, погода нормальная. Ну, хорошо, во дворе так во дворе. Вань, помнишь, о чем я тебя просил? Не капризничай. А чего это должен капризничать, да? Вон как вырос. Ну, Ванюш, рассказывай, как ты поживаешь, любимый? Что у тебя нового? Что происходит? Какие друзья? С Машкой, Костиком как ладите? А? Какие достижения? Чему научился? Ну, не знаю. Ой. Мне все. Все-все-все интересно. Господи, как же я соскучилась. Ну, вы же на море ездили? Докуда доплывал? Не докуда. Мы в бассейне плавали. Нас тетя Лариса в море не пускала. Тетя Лариса? А папа, он не ездил с вами? Он не мог. А Лариса все равно с нами живет. Вот и поехала. Правда, папа просил об этом не рассказывать. Ну почему же? Это же хорошо, когда кто-то папе помогает. Готовит вам. А она вкусно готовит? Нормально. Мы в кафе часто ходим. В ресторан даже. Здорово. А Машка? Вы с Костиком ее не обижаете? Нет, Машка сама вреничит. Она мне крылову самолет оторвала, а я ее неделю клею. Хороший мой. Красивый, смелый. Крыло ему оторвали. Летчик ты мой. Ну что, Иван, устал? Нет. Видишь, как мамка-то тебе обрадовалась. Мне она так не радуется. Ехать только далеко, 4 часа. Машка с Костиком устанут. Машка у нас еще и укачивает. Ничего не укачивает. Просто ты их вести не хочешь. Ну да. Слушай, ты там ничего лишнего-то не болтанул? Ну да, ну да. Угу. Ладно, поехали. Надь! Вот ты где спряталась. Чего ты все на выговоры нарываешься? Тебе же нельзя. УДО со дня на день будут рассматривать. Чего так на тебя свиданки действуют? Все радуются, а ты после каждой свиданки в люшку лежишь. Тебе мальчика твоего привезли. Угу. Чего там у вас рассказывают? Зачем я его выгораживала? Зачем? Для чего я все это затеяла? Ты не можешь объяснить. Кого выгораживала? Я вину на себя взяла. Это он сбил эту женщину. Я думала, мне меньше дадут. А он... Он нашел другую маму, с которой он давно гнида. Предатель.
Это он должен здесь сидеть. Он. Реально? Ну ты, блин. Ну, Надюх, ты даешь. Ты же сильная. Держись, чё локти-то кусаешь? Да. Ну, даёшь. Спать будем. Всё, закрывай глазки и спи. Вань, ну чего ты невесёлый такой весь вечер? Ты из-за мамы расстроился? С папой поссорился. Ну, а что тогда грустить? В школу ходить не надо, уроки делать не надо. А, знаю. Машка навредничала, да? Я маме все рассказал про вас с папой. Ну и как мама? Она вас не ругала, а смеялась все время. Да. Ты знаешь, Вань, у нас, у взрослых, бывают такие непростые ситуации, когда дети понять не могут, что происходит. А взрослые, они сразу все понимают. Ну вот и твоя мама тоже. Совсем скоро она приедет сюда, к вам, и вы снова будете гулять вместе, играть. И все будет хорошо. Вот увидишь. Да. А сейчас спи. Договорились. Калмыкова, где тебя носит? Выходить уже надо. Там толчок засорился. Хотели, чтобы нас всех залило. Пробивала, что ли? Руки-то хоть помыла после? Я же не руками ем, а вилкой. Ну, чё, как ты там, Надь? Поспать удалось? Да я, Катюш, в порядке. Более чем в порядке. Я когда выйду, я знаю, что я сделаю. Вперед, шагом марш! Давай рассказывай, что задумала. Поздравляю вас, Надежда Сергеевна. Даже на месяц раньше срока выйти на волю, уже хорошо. А вам, вон, считай, 2 года скостили. Вот здесь вот подпись поставьте, что все личные вещи получили в целости и сохранности. Так, телефончик мы вам зарядили на всякий случай, можете сразу звонить. Супругу вашему привет. Щедрый человек нам в прошлый раз, он музыкальный центр подарил. Так, еще, значит, вот здесь вот подпись и дату. Это ваша справка. Советую вам ее сильно не менять. Она еще не раз пригодится.
Все, я могу идти? Конечно. Ну, всего доброго вам, Надежда Сергеевна. А, и участкового не забудьте отметиться. Надь! Исаева, ты что издеваешься? Ну какой автобус? За тобой муж приехал. Он мне не муж, мы развелись. И чего теперь? Я не понимаю, вам трудно сказать расписание автобуса, но наверняка же знаете. Это что, справочное бюро? Первый раз вижу, чтобы на зону обратно бежали. Может, ты боишься его? Он убил тебя, что ли? Нет, я просто хочу поехать на автобусе. Каждый час они ходят автобусом. Но пятичасовой еще не проходил. Ну опаздывает, вот, наверное. Другое дело. Здесь посижу. Здрасте. Ты чего? Слушай, Надь, я в 6 утра поднялся, чтобы тебя подвезти, а ты тут сидишь, нос воротишь. Ты знаешь, сколько ты будешь добираться общественным транспортом? Только к ночи вернешься. А там у нас стол накрыт, дети ждут. Поехали. Исаев, будешь себя плохо вести, обратно посадим. Спасибо. Если что, обращайтесь. Вот ведь коза. Ну, ты даешь, Надя. Отвези меня к маме. А Ларису попроси, чтобы детей привезла. Так, а как... Звони ей. Да, Валера, слушаю. Сейчас, подожди секунду. У всех руки грязные. Маш, проследи, чтобы все руки помыли. Бегу. Тетя Варис, у меня чистые руки. Одну колбаску возьму, ладно? Колбаса, это на обед. Я вам сейчас сырники сделаю. Все, руки мыть. Да, Валера, слушаю. Варис, она не приедет. Ты тогда детей одень, отвези их к Вере Петровне, а мы часа через 4 приедем. Ну, я же тебе говорила, что она не захочет. Да, я поняла. Давай хоть туда еды сберу. Тут полный холодильник деликатесов. Костя! Ну, хорошо, как знаешь. Поняла. Езжайте осторожно. Ну, что ты делаешь? Тетя Ларис, а что такое деликатес? Деликатес – это то, что ты сейчас уплетаешь. Ура! Я ем деликатес! Может, музыку включить? Тебя не продует? Слушай, если тебя раздражает молчание, включи музыку. И не надо пялиться в зеркало. На дорогу смотри. Я сама дай не брожу. Может, все-таки людьми будем оставаться? Мамочка!
Валерка хотел двухъярусную кровать ребятам купить, а я побоялась. Ванька, ты еще маленький? Упадет сверху. Мам, ну какой он маленький, он огромный уже. Надо покупать, и даже две. Я с ними буду в комнате спать. У каждого своя полка. Как в тюрьме, на нарах. Фу-фу-фу. Типун тебе на язык. Мам, ну какие нары? Сейчас это очень даже современно. У каждого такие кровати есть. Костик с Машкой будут внизу спать, а мы с Ванькой на верхних этажах. Проломишь, рухнешь вниз. Значит, ну хорошо. Хорошо, я буду внизу, пусть Машка с Ванькой наверху. Мам, ну хватит ужаса рассказывать. Я уже за 2 года их насмотрелась. Все, не хочу. А что ты хочешь? Ну, не знаю. Но пока я просто самый счастливый человек на свете. Счастливый? Лучшая подруга мужа из-под носа увела. А она счастливая. Знаешь, ты что скажу? Тебе нужно за Валеру бороться. Как развелись, так и поженитесь. Он к тебе прикипел. Ты ведь с 3 детьми не справишься. И мне нужно лечение. А Валерка мне никогда не отказывал. Всех врачей моих оплачивал. Золотой мужик. Прям пробу негде ставить. Мам, ну хватит уже. Давай лучше помечтаем о чем-нибудь. О чем мне мечтать-то? Старая бабка с почечной недостаточностью. Живая, слава богу. А я отмечтаю. Устроюсь на хорошую работу, денежную. И на детей хватит, и тебе на лечение. Дом построим. Будешь там свои цветы выращивать. Представь, у всех своя комната. Дети на 2-м этаже, мы с тобой внизу. Ты губу-то как раскатала. Дом 2-этажный. Да где ты такую работу-то найдешь, чтоб столько платили? Не знаю еще. Вот завтра я подумаю. Как у вас все вкусно. Я бы на месте Надьки после тюрьмы сразу к вам зашла. Мы там набили пол холодильника. Попробуй ты еще. Слушайте, так даже разговаривать не хочет. Да ладно, мне что ли это надо? Валер, не чисти. Можно подумать, ты с горя решил напиться. И не волнуйся. Дети по суду полностью на твоем обеспечении. Никто их у тебя не отнимет. А у нее судимость непогашенная, плюс никакого дохода детей содержать. Плюс мать больная. Вообще будет капризничать, ты детей можешь себе забрать. Хотя я бы до этого не доводила. Ты у нас щедрая. Я не жадная. У меня муж есть любимый. Остальное дело наживное. Слушайте, а Танюшка-то не придет? Он уже 10. Вряд ли. На Наську пришла посмотреть, а так чего ей? Ну как чего? У вас тут черная икра. Я сама как будто из тюрьмы вышла, никак наесться не могу. Слушайте, как вы с ней собираетесь договариваться? Оля, ты так много вопросов задаешь. Ешь давай. Так она для этого и задает. Пока мы отвечаем, она жует. И чего стоим? Приступаем. Я не хочу эту пасту есть. А ее не нужно есть. Ее на зубки нужно намазывать. Вы что, за 2 года зубы не чистили? Совсем, что ли, уже? Я чистила иногда. А у нас молочный, нам не нужно. Очень даже нужно. Вперед сказала. А тетя Лариса нам не командовала. Тетя Лариса говорила, у кого молочный, тому чистить не обязательно. Вы еще скажите, что вы не умывались. Я умывался иногда. Кошмар. Ну, шевелим, шевелим ногами. Не проснулись, что ли, еще? 9 часов утра. Хочу планшет. Почему ты планшет не взяла? Ну, что там у вас такого интересного в этом планшете? Почему вы все время о нем ноете? Там все. Там игры, мультики, фильмы. А солнышко, а травка, а деревья. А качели с аттракционами там тоже есть? В планшете все есть. Ваня, вы уже на физкультуре подтягиваетесь? Ну да, вроде. Что значит вроде? Подтягиваетесь или нет? Ну, сейчас попробуем. Давай. Дня не получается. Ну, надо же тренироваться. Давай денег попросим. Давай. Молодой человек, а вы не научите моего сына подтягиваться? Да, конечно. Ну, привет. Как зовут? Иван. Очень приятно, Иван. Андрей. Ну, давай.
Держись крепче. Оп. Только не отпускайте. Держу, держу. И давай. У меня не получается. Так, надо пробовать, Вань. А ты знаешь, откуда силы берутся? Нет. Вот у меня силы берутся из злости. Я когда на кого-нибудь злюсь, у меня все получается. Вот ты на кого-нибудь злишься? Ну да, иногда. Вот давай, хочешь кого-то обозвать? А вместо этого раз и подтянись. Вот, не надо. Вот. Ну? Круто, Вань. Мне бы такого тренера, а? Давай еще раз. И главное, приветливо так говорит. Надежда Сергеевна, вы замечательный педагог, я все понимаю. Но как директор я не могу взять человека с непогашенной судимостью. Откуда она знает, что у тебя непогашенная судимость? Что это вообще за термин такой? Да не термин. Это крест по жизни. Директриса сказала, что с таким клеймом я еще лет 10 не смогу работать с детьми. Ну вообще, зачем же так судьбу человека ломать? Да, да, это в родной школе, под ваше поручительство. Ясно, что в других меня и подавно завернут. Может, репетитора можно? Подожди, каким репетитором? У нее специализация в младшие классы. Репетитора к ЕГЭ готовят. Не скажи. Есть подготовка к школе. Давай я на форуме все узнаю, я тебе сообщу. Ты домой? Да нет, к участковому нужно зайти. Я же теперь отмечаться должна. Дети-то как, приняли тебя? Да, приняли. С ним вообще никто не занимался. Даже зубы разучились чистить. А мама? А что мама? Мама в порядке. Слава богу, что хоть в этом Исаев не подвел. Ну да, ты ведь теперь Вершинина. Как в новом статусе? Весело. Ну что, герои, устали сегодня? Смотрите, мы с вами сегодня и погуляли, и на лодке покатались, и на кольцах подтягивались. Завтра проснетесь, мышцы, наверное, вырастут, как у Геракла. А это кто такой? Это древнегреческий герой. Он, знаете, какой сильный был? Греки его называли Гераклом, а римляне – Геркулесом. Как кашу овсяную. Фу, не люблю овсяную кашу. Мам, когда мы уже к папе и тете Ларисе поедем? Что, сильно соскучились? Да, сильно-сильно, как Геркулес. Да. Ну, скоро. Ну, это же очень вкусно, Надь. Ну, почему у нас тут таких не могут пожарить? Лука, наверное, не хватает. Любви. Когда с любовью готовишь, тогда и вкусно. Не, ну, булочки с повидлом они нормальные делают. Ты смотри, тут на булочки-то не налегай. А то в свою одежду не влезешь. Я вон джинсы еле застегнула. Да. Кому скажешь, что на зоне толстеешь за смену? Не, ну здесь в натуре пухнешь. Ты, кстати, спортом занялась? Ну, этим фитнесом, как его? Да какой там фитнес? Нет, хотя бегать приходится. На работу же не могу устроиться. Трое детей, а в положение никто не хочет войти. Ну, а бывший помогает? Да, с одной стороны помогает, а с другой стороны руки крутит. Вот гад. Больно? Да нет. Нет, ты не так поняла, он не бьет. Он выторговывает для себя лучшие условия. Ну, насчет детей. Хочет, чтобы они с ним были 4 дня в неделю, а со мной 3. И мне еще кажется, что он своих людей подговаривает, чтобы мне было как можно труднее устроиться на работу. Тоже из своих соображений. Я не смогу детей содержать. Буду полностью от него зависима. Он сможет диктовать свои условия. Гнида. Надо тебе другого мужика подыскивать. Конечно. Делать мне больше нечего. Зря. Я бы первым делом этим занялась. Ну, а твой муж навещает? Да. Через 2 недели должен приехать. Мается. Тоже без работы. Только от моего котлеток ты не дождешься. Да, Надюх, не бросай меня. Мне же тут полгода сидеть надо. Кать. Я тебя не брошу. Ну, конечно, приеду. Мне и на воле-то не с кем поговорить. Ни с матерью, ни с подругами. Такое впечатление, что стена между нами. Зато ты на воле, Надя.
Просто наша жизнь дала загогулину. Крутой такой поворот. Ну ничего. Скоро мы с тобой выйдем на дорогу и поедем. И все у нас с тобой будет хорошо. Ой, Надюша, как хорошо, что ты вернулась. Там Вере Петровне плохо. Валера, вот молодец, приехал. Сейчас скорая будет. Мам, ты как? Вань, повесь, пожалуйста. И дверь закрой. Мам, ну чего ты мне-то сразу не позвонила? Зачем его напрягать было? Да это не она, это Ванька позвонил. Он же знал, что ты за городом, поэтому все правильно сделал. О, приехали уже. Ты иди детей укладывай, я с Верой Петровной в больницу прослежу, чтобы все нормально было. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Вершинина Вера Петровна. Угу. Ну что, глянем или сразу поедем? Да история известна, ей на диализ надо. Ага. Ну, вы тогда вещи пока собирайте, а я все-таки гляну. Надо еще в больницу позвонить. Не везде места есть. А с местами все уже выяснили. Мы по договору, у нас платная палата. А, ну, тогда другое дело. Ну что, давайте глазки глянем. Валер, давай лучше сделаем так. Я поеду с мамой, помогу ей устроиться, а ты детей заберешь. Ну, как знаешь. Так, вот, возьми деньги. Там нужно каждому помаленьку. А если не хватит, я еще подвезу. Что значит не хватит? Так у тебя тут полно. Медицина не стоит на месте. Молодые люди, вы мне мешаете. Будьте добры, в другом месте поговорите. Ну что, померим давление? Да, Валер, с мамой все хорошо, спасибо тебе. Как там дети? Да нормально, играют у себя. Ясно. Ты попроси, пожалуйста, Ларису, чтобы она им планшеты на ночь не давала. А то они совсем отказываются без них спать. Ладно, сделаем. Так что, тебе детей завтра с утра привезти? Везти. Слушай, и тут действительно еще деньги нужны для мамы. Я просто не знала, что так все подорожало. Ты мне можешь еще 10 тысяч одолжить? Да ладно, не вопрос. Завтра подвезу. Спасибо тебе. Я обязательно когда-нибудь отдам. И еще, Валер, пожалуйста, я тебя очень прошу, не мешай мне устраиваться на работу. Я знаю, что ты звонил Макарову и Шестакову, чтобы они меня не брали. Договорились? Нет, не договорились. У меня другое предложение. Пусть дети у нас с Ларисой живут с воскресенья по четверг. А у тебя с четверга по воскресенье. И тогда деньги можешь не возвращать. Ладно, хорошо. Ну и хорошо, что хорошо. Пока. Алло, Надь, привет. Тань, привет. Ты спишь уже? Чего это мне спать в 10 вечера? У нас каникулы, мне к первому уроку не вставать. Можно я к тебе приеду? Тоскливо мне чего-то. Маму в больницу увезли. И сам детей забрал. В общем, не могу я одна. Слушай, конечно, приезжай. Давай, жду. Мне всего-то самую малость нужно. Быть независимой от этого человека. Ты даже себе представить не можешь, как мне тошно деньги от него брать. Понимаю. И вот сейчас выторговал у меня 4 дня с детьми. Будет привозить в четверг вечером, забирать в воскресенье. И я согласилась. Ну, зато смотри, у тебя почти полная рабочая неделя освободилась, кроме пятницы. Это уже кое-что. Да в том-то и дело, что ничего. Второй месяц уже ничего. Ну,
Положим, Исаев на рынке мог всех подговорить, но город-то большой, а места мне нет. Да знаю я, Надь. Я же сама для тебя на этих форумах вон все излазила. Ладно. Что иное? Пойду я. Куда ты собралась? Ночь на дворе. Давай оставайся, мы еще вино не допили. Скажите, а могу я работать 4 дня в неделю? С понедельника по четверг, а 3 дня выходных. Дети? Да, трое. В принципе, Тинюкова должна быть не против. У нее же меньше дней. Я с ней поговорю. Тинюкова – это наш диспетчер. А вы в курсе, что у нас ненормированный рабочий день? Не совсем. Ну, вы приходите в 8 утра на работу, а когда уйдете, вы не знаете. Я вот, например, вчера ушел в 10:30. Да. Ну, меня это устраивает. Ну, это вы сейчас так говорите. Вообще, вы не очень опытный переговорщик. В этом месте нужно было закатывать глазки, ну, и говорить, ну, не знаю, сколько заплатить. Спасибо за совет. Знаете, я, наверное, сразу все скажу. Дело в том, что мне в апреле нужно уехать на 3 месяца. У моего младшего сына, у него аллергия, и я его увожу на юг. Ну, до апреля еще далеко, сейчас только июль. Так что все обсуждается. Вы хотя бы месяц у нас тут продержитесь. Не сомневайтесь, продержусь. Но это еще не все. Так, все свои секреты вы расскажете Виктории. Она мой заместитель, она вас будет оформлять. Но предупреждаю, если не будете справляться, я вас уволю. Ясно? Ясно. Спасибо. Виктория, а ты проследи, чтобы Тинюкова все правильно объяснила. Потому что для нас каждый недочет – это потеря клиента. А клиент – это наше светлое будущее. Так что добро пожаловать в окна на каждый день. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, пойдемте? Да. До свидания. Еще увидимся. Так, 8 лет вы нигде не работали? Учительница начальной школы, по собственному желанию. Рожали, а муж содержал. Ну, да. А потом муж тю-тю. Правильно я вас понимаю? Правильно понимаете, но проблема в другом. Я сидела в тюрьме. Освободилась по УДО 2 месяца назад. Вы серьезно? Да. Вот, паспорт. Там есть отметка. Именно поэтому мне теперь работать с детьми нельзя. А вы что, что-то с детьми сделали? Нет. Детей только рожала и учила. К школе моя статья отношения не имеет. Значит, экономическая? Нет, воровством я тоже не занималась. Просто по моей вине погиб человек. Ну, несчастный случай. И вы собирались рассказать об этом шефу? Да. Но обычно, когда узнавали про мою непогашенную судимость, разговоры о работе сразу заканчивались. Ну, наш не такой. Он мужик душевный. У него у самого трагедия в жизни была. Так что он чужие проблемы понимает. Есть еще секрет? Нет, теперь все. Я вас поздравляю, вы приняты. Вот сюда вносите предварительные данные. Балкон обозначаем просто буквой «Б», двери «Д», железные двери «Ж», «Д». Сюда вносите тип дома, хотя не все могут его назвать. Ну, хрущевка, понятно, 12-этажная башня, 14-этажный кирпичный или панельный. Потом разберетесь в классификациях. Пока можете записывать, как вам сообщают, инженер поймет. Сюда вносите личные данные, имя, отчество, телефон, сюда адрес. Понятно. Это вам кажется, что понятно. Вот примите один звонок и поймете, что ничего не понятно. Они иногда половину букв не выговаривают. Или вопросы начинают задавать. Особенно их интересует стоимость. И вот тут главное не проколоться, отвечать надо обтекаемо, мол, приедет мастер, посмотрит, скалькулирует. И добавлять у нас самые низкие расценки в городе. А если одновременно 2 звонка? Это же многоканальный телефон. Это самое интересное. Отвечать надо на оба. Автоответчик – упущенная выгода. К тому же там сказано, что отвечаем на звонки с 8 утра до 22:00, понимаете? То есть автоответчик может работать только после 10? Да, но Михаил Львович считает, что самое горячее время с 9 до 11.
Но по законодательству не может так долго держать нас на работе. Поэтому с 10 принимай звонки сам. Как же его жена терпит такой график? Да нет, у него жена погибла. Вот, принеслось. Окна на каждый день. Прием заказов. Слушаю вас. Вы правильно сделали, что обратились в нашу фирму. У нас самый широкий ассортимент стеклопакетов отечественных и зарубежных производителей. Да, и самые низкие расценки в городе. А не подскажете, какой у вас дом? Да, безусловно, адрес нужен. Диктуйте. Угу. 14-этажная башня, да? Панельная. Поняла вас. Олег Григорьевич, а когда вам удобно, чтобы к вам подъехал наш инженер? Он может вам перезвонить по этому номеру, с которого вы звоните? Хорошо, хорошо. Он завтра же с вами свяжется. Да, что касается стоимости, он вам сам все расскажет. Ему нужно сделать замеры, понять, какой тип окон и способ открывания. Вы не беспокойтесь, у нас самые низкие цены в городе. Да, да. Всего хорошего. Еще раз спасибо, что обратились в нашу фирму. Что, переволновались? Ой, да, немножечко есть. Я смотрю, вас сразу же припахали. Да нет, это я попросила, мне же нужно как-то опыта набираться. Да не надо вам ничего набираться. Вы, я смотрю, вполне освоились. Вон, мадам Тинюковой. Понадобилось 3 года, чтобы нормально разговаривать с клиентами. А до этого все лайло. А вы, я смотрю, сразу же приветливо, с улыбкой. Вы кто по образованию? Учитель начальных классов. Вот, я давно говорил, что на эту вакансию нам нужна училка. Ну, извините, учительница. Угу. Слушайте, уже поздно, вы можете идти домой. Ой, Михаил Львович, а можно я еще поработаю? Немножко освоюсь. Ну хорошо, давайте тогда вместе через час и выйдем. Я могу вас до дома довезти. Ну, где же это? Извините. Слушаю вас. А, хорошо. Это охрана. Нас выгоняют, на сигнализацию хотят поставить. Все сложилось? Поехали. А вы меня можете здесь высадить, в мой двор? Да нет уж, я вас до подъезда отвезу. Нехорошо девушку оставлять одну ночью на дороге. Или вы боитесь, что муж в окно смотрит? Да нет, не боюсь. Я в разводе. Вот мой подъезд. Только вам трудно будет разворачиваться тут. Ну, это не проблема. Как-нибудь разберемся. Спасибо вам. Так это что, вы каждый вечер так поздно задерживаетесь? Да нет, бывает и позже, но вам не обязательно оставаться после 10. А как же вы ужинаете? По-разному. Сегодня заказал японскую еду. Суши там, роллы. Любите эту гадость? Если гадость, зачем вы покупаете? Не знаю, решил попробовать. Попробовал, не понравилось. Решил разогреть микроволновку. Стало еще хуже. Кто же суши греет в микроволновке? Ну, это я уже потом понял, но было поздно. Ну, а если заказать горячую еду с курьером? Ну, пока его дождешься, можно с ушками наесться. Нет, иногда, конечно, Вика вспоминает, что шефа надо кормить и оставлять домашнюю еду. Но, если честно, между нами Вика готовит не очень. Ну, вот теперь вы знаете и про меня все тайны. Да уж. Спасибо вам еще раз. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я тебе приготовила и обед, и ужин, согласно твоей диете. Ну, где такси-то, а? Я так на работу опоздаю, а мне нельзя. Я же тебе говорила, надо было Валерке позвонить. Все-таки было бы и удобнее на его карете-то. Мам, ты так говоришь, как будто у тебя чемоданов полно. О, пошли. Сейчас, я встану, обопрусь. Давай. Угу. Да, и Раиса Григорьевна от тебя придет навестит. Угу. А я попозже буду, ближе к 12. Так что ты за работа такая, а? С 8 до 12. Это ж где-то видно-то такое. Ну, зато потом 3 дня выходных. Там, конечно, все включено, но номера маленькие. А в резорте номера огромные, кровать шикарная и терраса, как ты любишь. Может, туда? Обсудим. Надежда Сергеевна, а вы когда на обед? А у меня с собой. Да ладно вам, сейчас мертвое время. Пойдемте с нами, я угощаю. А вы говорите мертвые. Идите, идите. Спасибо за приглашение. Я поработаю. Пойдемте, Михаил Львович. Мешайте человеку. Окна на каждый день, я вас слушаю. Я вам что-нибудь принесу. Ой, ты? Ты что, издеваешься?
Чего ты мне на мобильный звонишь? А я проверить хочу, как ты там на посту. Ну и как? Строгий у меня голос. Почти секс по телефону. Слушай, я на самом деле по делу тебе звоню. А ты знаешь, кто тебя на работу взял? Ну, естественно, хозяин фирмы. Ну, хозяин фирмы, понятно. Ты знаешь, как его зовут? Конечно, Михаил Шустов. А что? И ты не знаешь, кто это? Ты серьезно? Подожди, я сейчас вообще ничего не понимаю. Говори прямо, Оль. Ты материалы своего уголовного дела читала? Нет. Не может быть. Очень даже может. Это муж той погибшей. Просто у нее другая фамилия. Подожди, а... Ты не могла перепутать? Нет, я ничего не перепутала. Я окна у них в прошлом году заказывала. Еще тогда узнала. А тут Таня мне говорит, что ты к нему на работу устроилась. У меня прям волосы дыбом. Он что, тоже не в курсе? Нет, он не в курсе. Он же на суд не приходил. Ой, боже мой. Ну почему? Ну почему единственный нормальный человек в городе, который дал мне работу, это именно он? А что ты теперь делать будешь? Я не знаю. Я не знаю. Может... Как-то все проскочит само собой. Но кто меня может выдать? Сижу тихо, никого не трогаю. Ну, что-нибудь придумаю. По крайней мере, ему нужно обязательно будет открыть правду. Хотя теперь это будет не так просто. Ты извини меня, мне нужно работать. Пока. Окна на каждый день, я вас слушаю. Миш, ну если ты не хочешь в отель, давай апарт с ними на первой линии. С джакузи на террасе, например. Ну вот, смотри. Как тебе? Давай же тут решим. Ну, или хотя бы билеты купим. Слушай, Вик, я на самом деле не уверен, что смогу поехать. Как? Мы же договаривались. Можно вас? Может быть, что-нибудь хотите еще заказать? Скажите, у вас есть какой-нибудь, ну, вкусный десерт? А нормально вообще. Вместо отпуска пирожные. Я вообще-то не ем сладкое. Да и не тебе. Ну что? Есть очень вкусный тирамису. Рекомендую. Можно нам 3 порции с собой? 2. И рассчитайте нас, пожалуйста. Да. Ты для новенькой, что ли? Какой ей тирамису? Ей вон сухари привычнее. Она же только зону вышла. В смысле? Ты же не захотел слушать ее секреты? Зайчка она. Да при чем тут? Слушай, в нашей стране от сумы, от тюрьмы не зарекайся. Зайдешь сейчас в бухгалтерию к Тамаре, возьмешь под отчет деньги Славе. Поедешь на склад, отвезешь деньги, заодно проверишь бракованную партию от чехов. Если там действительно брак, то будем возвращать. Хорошо. Михаил Львович. Потом я могу ехать домой? Какие мы обидчивые, а? Вот эти бумаги подпишите, Михаил Львович. Это предоплата латышам. А, к вам Вика заходила? Да, взяла деньги для Славина. И вот это посмотрите, это из налоговой пришло. Так, что-то я вообще ничего не соображаю, нужно перерывчик сделать. Тамар, хотите кофе? Нет, спасибо. А, ну, хорошо, потом посмотрю. Михаил Львович, а можно мне сегодня пораньше убежать? У меня внучка в музыкальной школе выступает. Да, конечно, без проблем. Спасибо. Надежда Сергеевна, зайдите ко мне, пожалуйста. Да. А вы какой кофе предпочитаете? Американо, эспрессо? Американо. Ну, вот, значит, я угадал. Тамар, вы что-то еще хотели? Нет, ничего. Приятного аппетита. Спасибо. Вот, я обещал вам что-нибудь принести. Так что садитесь, угощайтесь. Спасибо. Да. Михаил Львович, дело в том, что я хотела... Да я в курсе, мне уже разведка донесла. Я знаю, что вы сидели. Вы угощайтесь. Спасибо. Но вы не все знаете. Так, стоп. У нас с вами перерыв. Мы пьем кофе, едим тирамису и наслаждаемся обществом друг друга. Во сколько он их привез? Да в 9. Как и обещала, они уже были поужинавши.
Все меня обцеловали. Да, Рая их уложила. Зубы чистили? Сказали, что почистили. Ну, мам, сказать я не могу все что угодно. А у меня на работе такое... Что? Что случилось? Не пугай мать. Да понимаешь, этот мужик, Михаил Львович, который меня на работу взял, оказывается, что он муж той женщины, которую мы сбили. Господи. Да. И он тебя взял на работу после этого? Да в том-то и дело, что он ничего не знал. И я не знала. Мне Ольга сегодня рассказала. Может, что-то напутала? Мне бы тоже так хотелось. Но она не напутала. Шустов Михаил Львович. Все так и есть. Господи. А он случаем там не женился заново-то? Нет. Ой, как плохо-то. Значит, сильно он любил ту. Готовься. Он тебя уволит. Так вот и я думаю. Может, не ждать мне, когда он уволит, самой уйти? Зря ты это. Деньжонок надо подзаработать. Ты же сама говорила, что тебе там о них хорошо платить собираются, а ты уже на них целую неделю пропахала. Как-нибудь там, может быть, и продержишься. Господи, какая же непутевая это у меня. Все, все у тебя через одно место. Ты без Валерки-то свою жизнь не наладишь. Мам, я же просила, не поднимай ты больше эту тему. Светлана Викторовна, вы можете сделать над собой усилие и как-то повежливее разговаривать с клиентом? Нет, технически вы все правильно делаете, просто это нотка недовольства. Слушайте, я и так уже как ангел с ними разговариваю. Да, да нет, 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 прогресс-то налицо. Раньше вы вообще лаяли. Ну, теперь мне есть с кем сравнивать. Начинается. А Жанка, кто говорил, что от сравнивающих ускользает несравнимое? Так, Светлана Викторовна, вы не умничайте, я же вас не оскорбляю. Я о фирме пекусь. Вы им улыбаетесь, они нам рублики несут. Слушайте, у нас здесь нет видеотрансляции, они не видят, улыбаюсь я им или нет. Ну, слышать-то они вас слышат, что вы вечно недовольны. Давайте без обид, но вот у Надежды Сергеевны как-то получается ласковее разговаривать с клиентурой. Так она училка. Да? Да. Окна на каждый день, прием заказов, слушаю вас. Вы правильно сделали, что обратились в нашу фирму. Да. Ну чего? Ну, я насчет выходных. Мы поедем в теннис играть или как? Слушай, я тут спину потянул. Может быть, ты сама? Да. Я сама с собой играть не могу. И насчет тура. Ну, не получается у меня. Давай я тебе премию выпишу, а ты какую-нибудь подругу сагитируешь. Вместе поедете? С подругой? Ну, с подругой. То есть все? Ну, что все? Чего все? Вы отчет по Славину сделали? Ну, по чехам. Давайте, показывайте. Вот, молодец. Но он не подтягивается, ты всего понимаешь, это нечестно. Все честно, я Геркулес. Геркулес, иди. Меня подними, я тоже хочу. Сейчас моя очередь. Вань, ты чего? Я тебя не подниму, ты же тяжелый. Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Здравствуйте, Михаил Львович. Ваши? Мои. А вы можете меня на кольца подсадить? Могу, но вроде ты и так достаешь. И меня, и меня. Сейчас моя очередь. И вообще, ты девочка, тебе не надо. Так, нехорошо с девушками так разговаривать, и девушек нужно пропускать. Понятно, значит, вы тоже учитель. Ладно, извини, Маш. Сейчас я рассержусь. Давай. Давай. О, видели? Видели. А сердиться зачем? Да, это я его научила. Всяко лучше, чем жаловаться и ныть, правда? Ну да. А почему вы здесь гуляете? Вам же вроде далеко от дома. Далеко. Вон в тех домах живем. А мы не всегда здесь живем. Иногда живем, иногда не живем. Иногда живем с мамой, иногда с папой и тетей Ларисой. Вань, хватит болтать. Да все нормально. Я и так про твою маму все знаю. А вы по какому предмету учитель? Физрук? Ну, типа того. Вань, это мой руководитель. Ясно, директор.
Я так и не поняла. Вы хотите лоджию застеклить или... Или только окна на балконе поменять? А почему? Мы можем сделать и то, и другое. А наш инженер подъедет, сделает расчет. Вы не волнуйтесь, Анна Федоровна, у нас самые низкие расценки в городе. Да, он сегодня же с вами свяжется. Я прослежу. Да, всего хорошего. 7.55. Ну, удаёте. Ну, я не первая. Первая Тамара Васильевна пришла. Надежда, а что вы скажете? Я хочу вас повысить до заместителя. Оклад удваивается автоматически, а работ поменьше. А что, я на этой должности вас не устраиваю? Более чем, но я могу нанять себе другого диспетчера, а вы дадите мастер-класс. Дело в том, что я хотела с вами поговорить, я доработаю испытательный срок и, наверное, уволюсь. Так, стоп, а кто говорил, что нужны деньги? Ну, уходите, я вам утрою оклад. Нет, не надо. Просто появились определенные обстоятельства. Ну, хорошо. Давайте зайдем с другой стороны. Я вас после 8 освобождаю, мы с вами идем в кафе и там все обсудим. Или вы боитесь ходить на свидание? Михаил Львович, однажды вы узнаете, чего я боюсь, и вопросы сами собой отпадут. Извините. Окна на каждый день, слушаю вас. Ну вот. Сначала хотите мне рассказать все свои секреты, а потом говорите загадками. Я заинтригован. Я ведь так и влюбиться могу. Я не советую. Да, повторите. Мало того, что у меня с отпуском динамит, на выходные не приехал. Так он меня еще и уволить хочет. А я не знаю насчет уволить. Но то, что он ей предлагал стать заместителем, это я слышала своими ушами. Да, значит, точно уволит. У нас другого заместителя нет. Я не понимаю, что он не нашел. Да он хоть знает, что она... Ну, этот... Знает. Я ему сказала, что он только что из тюрьмы вышел. Да не в этом дело. Она же... Да неужели он не в курсе? Это что, правда? Она сбила Людмилу? Теперь с девочкой я же на суд ходила, ты у нас тогда еще не работала. Но я была хотела ему сказать, но все как-то не решалась. Он же ничего не знает. Какой ужас! Ой, подожди, может, не надо? Посмели не сказать мне, вы убили мою жену и пришли ко мне устраиваться на работу. У вас совесть есть? Совесть у меня есть. И я перед вами ни в чем не виновата. Я не убивала вашу жену. Я когда сюда пришла, я не знала, кто вы. А когда узнала, я честно, честно пыталась с вами поговорить. А вы, Михаил Львович, не волнуйтесь, я сейчас же уволюсь, прямо сейчас, до свидания. Ну, что она сказала? Ну,
почему вы все время входите без стука? Вы совсем обнаглели! И почему вы решили, что ваши домыслы имеют под собой основания? Это не домыслы! Михаил Львович, я ведь вашу Людмилу очень хорошо знала, я потому в суд пошла. Она сама во всем суде призналась, просила прощения у Анастасии Викторовны, да как же такое забыть? Мы в интернете статью нашли с ее фото, там все написано. Она просто с мужем развелась, была Исаева, а стала Вершинина. Да, а вы вот в суд тогда не захотели прийти, вот змею пригрели. Да ты что? Не, ну вообще его дает. Ты кофе-то пить будешь? Остынет. Слушай, Оль, я тебе перезвоню. Сейчас Валеру на работу провожу и наберу. Давай. Что там у нее стряслось? Третья мировая? Или ЕГЭ отменили? Нет, у нее все хорошо. Мы про Надьку. Ты знаешь, куда она на работу устроилась? А мне интересно. Фирма «Окна на каждый день». Знаешь? Ну, нет. Знаешь, знаешь. На суде, вспоминай. А она ненормальная, что ли? Не знала? Представляешь, не знала. Ольга ее просветила. И она теперь надеется, что все само собой как-то утрясется. И главное, прикинь, он за нее ухлёстывать начал. Но вдовец этот Михаил. Нет. Да что ты все, нет, да нет. Я тебе говорю, что да. Ольга-то в курсе. Ну, короче, она ему симпатична. Он ей там что-то с детьми помог, зарплату повысил, ну и все такое. И... Сейчас, погоди. О, горячая сводка новостей. Она вчера вечером уволилась. Угу. То есть не утряслось все само собой? Значит, не утряслось. Да. Надька, конечно, умеет на свою голову неприятностями ходить. До сих пор не понимаю. И как ее тогда угораздило за руль сесть? 2 года за рулем не сидела, и вдруг... Теперь устроилась к тому, чью жену угробила. Нормально? Да уж. Слушай, Валер, а ты ведь мне так толком и не объяснил. Как ты ее тогда за руль допустил? Ольга в окно видела, что ты за рулем с двора выезжал. Да как и не объяснил? Я же тебе рассказывал, ты что, не помнишь? Ну, достала она меня в машине, я тормознул. Давай тогда веди сама. А я же знаю, что она выпила, ну и чтобы проконтролировать, сел рядом. Да-да, рассказывай. Да. Ладно, полетел я, у меня сегодня дел полно, Короткову надо деньги отдавать. Тоже бизнес, да? Уже без криминала никак не построишь. Спалят магазины, и все, ничего не докажешь. Точно. Да.
Нет, вы не с ней можете говорить, что за дом? Многоэтажки разные бывают. Сколько этажей? Мужчина, как вас там? Павел Михайлович, Павел Тимофеевич? Павел Тимофеевич, мы ремонтом не занимаемся. Мы просто вставляем окна и двери. Натяжной потолок – это не к нам. Да откуда я знаю, кто это делает? Помягче, Свет, помягче. Ну что вы его отчитываете? Тупой какой-то дед попался. Ему и потолки надо менять, и сантехнику. Короче, Павел Тимофеевич, вы окна заказывать будете? Ну и пожалуйста. Вы бы сами не выдержали. Идиот какой-то попался. И грубиян. Маш, Костику помоги. Мама, папа когда заедет? Папочка сегодня вечером приедет, когда стемнеет. А чего таким елейным голоском, папочка? Почему? Почему вы так стелитесь-то перед ним? А почему ты на мать голос повышаешь? Ничего я не повышаю. Говоришь обидные слова. А что, по-твоему, я должна ребенку говорить? Что у него отец изменник и предатель? А я так не считаю. Если бы он был изменник и предатель, он бы мое лечение не оплачивал. Сама мужика упустила. Мам, хватит. И так тошно. Конечно, тошно. Мать-инвалидка. Трое детей. Сама без работы. Надо что-то думать, надо как-то нам Валерку назад заманивать в семью. Раиса Григорьевна, можно вас? Раиса Григорьевна. Что, Надюш? Вы не могли бы моей маме помочь детей отвезти? А то мне срочно по делам надо. Да я с твоими ангелами круглые сутки готова дежурить. Какие на тебя славные надежды. Прямо благословение на тебе. Только вы умеете по таким углам посмотреть. А моя мама считает, что трое детей – это страшная обуза. Вер, ну какая же это обуза? Тетя Рая, у тебя конфетки есть? Да как нет, есть. Вот, идите, вот вас тут ждут. Держите. Ладно, ну-ка, держите. Раиса Григорьевна, я часа через полтора вернусь. Иди, иди, не волнуйся. Ну, все? Ну, все? Есть одна? Хорошо. Конфетку будешь, Вер? Держи. Куда твоя Надька-то намылилась? Кто ее знает? Может, на Нюшу труда. А может, просто от меня сбежала. Вот это ближе. Ну, мне нравится, когда я... Жизнь тучу. Кисленькая. Сладенькая. Кисленькая. Миша, вы с товаром поаккуратней там расставьте все хорошо. Ты, Валера? Да, что? Меня Саша зовут. Лучше без посторонних поговорить. Для кого лучше? Для тебя. Я по поводу аварии твоей, когда вы с женой и тетку сбили. Я видел, что за рулем ты был. Понял? А где ж ты пропадал эти два года? Нигде я не пропадал. Просто не до тебя было. А тут обстоятельства так складываются, что либо я пойду на тебя заявление накатаю, что ты жену подставил, либо мы договоримся. Пойдем, Маша. Она скоро придет, она в департамент образования поехала. У нас 2 часа педсовет, она с минуты на минуту будет. Так, ну я, наверное, лезть не буду. Как, я лучше пойду? Да, конечно, можешь прямо сейчас идти. Да не, Варвар придет, я слиняю. Ну, рассказывай, как он про тебя узнал-то? Ты сама призналась? Я собиралась и не собралась. Тут накопал. У него там роман с сотрудницей, вот она и приревновала. Ну и провела расследование. Ой, так удачно все складывалось. Да все равно это как на пороховой бочке жить. Рано или поздно рвануло бы. Так что все к лучшему. Кроме денег найдет? Давай. Потом все расскажешь. Вид жалобный на себя напусти, вся гордая стоит. Иди, разберусь.
Варвара Андреевна, не могли бы мне минутку уделить? У меня педсовет вообще-то. Я понимаю. Я просто хотела сказать, что за эти 2 месяца так и не нашла работу. Представляете? Я вас очень прошу. Если будет вакансия уборщицы или секретаря, я не претендую на работу с детьми. Вы же сами прекрасно понимаете, что моя непогашенная судимость – это просто формальность. Да у нас сейчас все образование – формальность. Шаг вправо, шаг влево, расстрел на месте. Так вот гайки закрутили, мелочка. Зотова биологичка выгнала 8-классника из класса в апреле месяце. До сих пор пишет объяснительно. А физрук у нас вообще. Вы слышали? Нет. Подсадил 7-классницу на брусья. Представляете, что ему сейчас родители шьют? А то, что девчонка сама в него влюблена, это никого не интересует. Так что мы все под статьей, милочка. Вы не обижайтесь на меня. Я вас очень ценю как педагога, и жалко мне вас. Но скажу прямо, ничем не смогу помочь. Спасибо за откровенность. Я пойду. Надежда Сергеевна. Да? Мои соседи, они очень состоятельные люди. Ищут помощника по хозяйству. Надо приходить раз в неделю и делать генеральную уборку. Хотите, дам ваш телефон? Конечно. А у вас есть мой номер? Я возьму Татьяну Викторовну сейчас на педсовете. Спасибо вам огромное. До свидания. Сколько-сколько? Я прежде чем сумму называть, справки-то навел. Так что давай не будем. Ты думаешь, если у меня 2 магазина, то я могу так вот в 3 секунды вытащить 1 000 000 из бизнеса? Так не получится. Если деньги нужны по-быстрому, предлагаю 300 тысяч. Нет, придется подождать. Ты все-таки плохо понимаешь. Я же не лох какой-то из подворотни. Я с серьезными людьми знаком. Так и быть. День дополнительный тебе даю. Но это все. Да, вижу, ты человек серьезный. Давай так, больше в магазин здесь не появляйся. Тут камера кругом, не надо, чтобы нас вместе видели. Завтра созвонимся, если я успею достать деньги, то тогда договоримся о встрече. Телефон диктуй. Ты это, не фантазируй особо. Понял? И потом не один я. Мы так не договаривались. Ты обещал никому обо мне не говорить. Не бойся. Я другу сказал, что ты мне задолжил. Ты не вздыхай, Валер. Это все равно лучше, чем в тюрьме-то сидеть. Я, конечно, все понимаю, адвокатская тайна и так далее, но... Да при чем здесь адвокатская тайна? Просто мой жизненный опыт подсказывает мне, что старое лучше не ворошить. Надежда отсидела, вышла по УДО. Все самое худшее для нее позади. Ну, а если суд принял несправедливое решение? Вы поймите, я не собираюсь затевать новое судебное разбирательство. Просто мне важно для себя понять. Надя так... искренне сказал, что она не виновата, а я ее уволил. Я знаю, что ей сейчас нужны деньги. Почему она опять должна страдать из-за этого трусливого мерзавца? Ну, хорошо. Если хотите знать мое сугубо личное мнение, так сказать, не для протокола, то я считаю, что Надежда Сергеевна себя оговорила. И мотивы мне тоже понятны. У нее тяжелобольная мать, на лечение которой нужно ежемесячно кучу денег, 3 детей, один из которых аллергик. И его нужно на море каждую весну. Да, я в курсе. Ну, видимо, она поняла, что если мужа посадят, а одна, она с этим ворохом проблем просто не справится. Плюс, конечно же, рассчитывала на послабление. То, что судья смягчит или отложит приговор. Но тут уж ваша теща постаралась. Подключила все связи, и одежды дали по полной. Ну, почти по полной. Вот, в принципе, все, что я вам могу рассказать.
Ну, хорошо, а фактическая сторона дела? Ну, неувязки там, свидетели. Не волнуйтесь, у меня с собой нет диктофона. Ну, хорошо. Были кое-какие нестыковки, на которые следствие, скажем так, закрыло глаза. Во-первых, у нее гематома на правом плече, след от ремня. Вот, а у него ребро об руль сломано. А она там про какой-то самокат наплела. Плюс я разговаривал с ее подругой, и она сказала, что они уезжали как обычно. То есть Валерий был за рулем. На следствии она об этом не сказала. И на суде тоже промолчала. Вот, собственно, все. По моему мнению, этого более чем достаточно. Ну, а там смотрите сами. День добрый. Чего так долго? Проблема возникла. Налоговая? Нет, здесь 200 тысяч. Мужик один меня шантажирует. Говорит, что видел аварию, и за рулем был я. Завтра с ним должны созвониться. Можно было бы, конечно, послать его, но если он напишет заявление в полицию, меня затаскают. Да, через ментов дороже будет. А ты помолчи. Идите погуляйте. Сколько он себя хочет? Миллион. Говорит, что не один, и оружие показал, пистолет. Скорее всего, это твоя бывшая наняла кого-то, чтобы с тебя деньги сняли. Таким делам на зоне быстро учат. Думаешь, Надя? Поговори с ней по-хорошему. Скажи, что у тебя со мной деловой договор, и вымогателю придется иметь дело со мной. Пусть она подумает. Хорошо подумает. А, хорошо. Я поговорю. А если она ни при чем, и он действительно видел? Ну, если позвонит, ну, назначай встречу. Долгострой на Росляковской, знаешь? Угу. Подъедешь туда с кем-нибудь из моих орлов. Ну, ты ж нам за безопасность платишь. Что ж мы будем от своих обязанностей уклоняться? Ну, да. Вик, дело Вершинина у тебя? Какое дело? Ну, не знаю, куда там все записываешь. Или ты выкинула? А, карточка? Да, вот. Слушай, а там есть данные прописки, адрес квартиры? Да, есть, и что? До сюда. Так, если Славин приедет, скажи ему, чтобы меня дождался. Я буду к 6. Конечно, Михаил Львович. Анастасия Викторовна, здравствуйте. Это Виктория, заместитель Михаила Львовича. У меня к вам важный разговор есть. Привет. Ой, здрасте, а мамы нет. Ваня, кто там? Это мамин директор. Здравствуйте. Здрасте. Надежда куда-то уехала, вы можете пройти ее туда подождать? Да нет, спасибо, я на улице подожду, а то весь день в помещении. А я уже 3 раза подтягиваюсь. Угу. А я 9,5. Круто. Угу. Так что есть к чему стремиться. До свидания. Всего доброго. Пока. Вань, это что за директор-то? Директор. Он и есть директор. Главный, значит. С фирмы, что ли? Не знаю. Может, с фирмы, может, из школы. Подтягивается 10 раз. Значит, большой начальник. Логика у тебя, Ваня. Надя, извините, мы не могли бы с вами поговорить? А мне вам больше нечего сказать. Да в том-то и дело, что вы сказали очень много, наверное, больше, чем хотели бы. Вы сказали, что не чувствуете вину, потому что не убивали Люду. Это была фигура речи. Я о том, что никакого злого умысла у меня не было. Это просто несчастный случай, вот и все. Нет, это не фигура речи. Вы просто разволновались и сказали всю правду. За рулем были не вы, теперь я в этом уверена. Это правда? Нет. Нет, это правда.
Пожалуйста, я вас очень прошу, забудьте вы о том разговоре в кабинете. В конце концов, есть постановление суда. Ну что получается, я зря 2 года сидела в колонии? Получается так. Я встречался с вашим адвокатом Николаем Сергеевичем. Расспрашивал у него подробности дела. Нет, все адвокатской тайны он, конечно, мне не раскрыл. Да не было никакой тайны. И вообще, почему вы спустя 2 года вдруг в это влезаете? Надя, мне принципиально важно знать. Если вы взяли на себя вину Валерии, то это все меняет. Что все? Вы мне нравитесь. Очень нравитесь. Я таких женщин, как вы, никогда не встречал. И мне очень важно, чтобы вы были рядом. Алло. Вань, привет. Это папа. Привет, пап. Вань, маму позови к телефону. А мамы нет, она еще не пришла. А к ней дядька приходил. Алло. Валерочка. Вера Петровна, а где Надя-то? Почему она мои звонки сбрасывает? А ей, наверное, просто неудобно разговаривать. Вот она скоро придет, я обязательно ей передам, что ты звонил. А Ваня говорит, какой-то мужик приходил. Это кто? Да какой-то там. Я его первый раз вижу. А я второй. Понятно. Ах ты. Ну ладно. Я понимаю, что это все странно звучит, но я таких чувств никогда не испытывал. И для меня сейчас вообще все странно. Я боюсь вас потерять. Это все ерунда какая-то. Нет, не ерунда. Вы прекрасно чувствуете, как я к вам отношусь. Даже после первой нашей встречи. И тем не менее, это похоже на розыгрыш. У меня вообще ощущение, что сейчас из-за угла выскочат ваши знакомые, родные, начнут меня отравить, как дуру деревенскую, которая повелась на красивые слова. Ну вот, я была права. Нет, это ерунда какая-то. Она же не может знать, где я нахожусь. Это ваша Виктория постаралась. Миша, ты что же это делаешь, а? Ты как мог эту мерзость к себе приблизить? И почему я ничего не знаю? Если ты ее уволил, то зачем ты опять к ней приезжаешь? И вообще, что здесь происходит? Ты хоть понимаешь, как это выглядит по отношению к Людочке? Отвечайте, Михаил Львович. Вопросы вам адресованы, я, наверное, пойду. Надь, подожди, пожалуйста. Не смей. Не смей к ней прикасаться. На ее руках кровь твоей жены, моей дочери, нашей Люды. А ты ж мразь какая, а? Не успела выйти из-за решетки, а уже лезет своими лапищами. Анастасия Викторовна, вы не правы. И в конце концов, вы не у себя дома. Я у себя в городе. И если ты посмеешь оскорбить память Людочки с этой швалью, я ославлю тебя на весь город. Ты понял? Что вы тут обе устроили? Вика, вам не стыдно? Мне? Это тебе, Миш, должно быть стыдно. Хватит мне тыкать! Видите, как задело? Окрутила она его. Влип, голубчик? Анастасия Викторовна, пойдемте, я отвезу вас домой. Вы не совсем понимаете, что здесь происходит. Да все я понимаю. Что здесь непонятно? Садитесь. Значит так, Вика, вы уволены. Сегодня все оформите и возьмете расчет за 2 месяца. И чтобы я вас больше не видел. Никогда. Вернулась. Тебе Валера звонил. Спрашивал, почему ты к телефону не подходишь? Да, мне неудобно было говорить. Ты как себя Мама, чувствуешь? Мама, что купила? Нормально. Бабушка говорила, ты чего-нибудь вкусненького принесешь. А я и принесла. Глазированные сырки будете? Я буду. А еще тебя искал твой директор. Идите, руки мойте. Только тщательно. Я к бабушке на секунду. Мам, ты прости меня, я сегодня утром раздраженная какая-то была.
с этой работы, не знаю, что и делать. Сейчас вот Варвара Андреевна, директриса из школы, обещала какому-то знакомому меня порекомендовать. Может, хоть там что-то выгорит. А этот мужчина, который к тебе сегодня приходил, он откуда? Это, случайно, не Шустов ли? Вдовец. Да. А что это он к тебе приходил? Ведь ты же уволилась. Мам, не хочу рассказывать. Там сплошные непонятки. А он нам, случайно, квартиру тут не подожжет из мести? Да нет, он не из таких. Зато жди. Тебя от Валерки прилетит. Ванька ему проболтался, что к тебе мужчина приходил. Он так напрягся, я даже по телефону почувствовала. Да чтобы им всем пусто было, мам, этим мужикам. Этому-то чего напрягаться? Вот ты не поверишь, я вот реально иногда по зоне скучаю. Нет мужиков, нет проблем. Это хорошо, когда нет проблем. Только вот мы с тобой, моя дорогая, без мужчины не проживем. Ой. У тебя трое детей. Я инвалидка. Без денег. Без денег это же просто... Это же просто беспросветное несчастье. Ты сиди, мам, я сейчас открою. Привет. Выйдем на улицу? В смысле, я только пришла. Короче, я тебя внизу жду. А ты ничего не хочешь мне объяснить? Это ты мне сейчас объяснять будешь. Ну и чего ты хотел? Слушай, какого хрена ты ко мне подослала этого Сашу, или как там его зовут по-настоящему? Я не знаю никакого Сашу. Все ты знаешь. Что, деньги нужны, а попросить никак? Решила отжать? Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Я вообще сейчас ничего не соображаю. О чем ты? Короче, ко мне сегодня подвалил мужик. Ждал меня у магазина. Назвался Сашей. Мол, во время аварии я видел, что за рулем сидел ты, а не твоя жена. Ну, типа свидетель. 2 года ему до нас не было дела, а теперь принесите ко мне 1 000 000 на блюдечке. Как это понимать? Свидетель? Не было никаких свидетелей. Там были только ты и я, и никто ничего не знает. А мне болтать резона нет. Ну, я никакого Сашу не знаю и ничего не рассказывала. Короче, ты давай соображай, где ты болтанула. Кому есть дело до этой аварии? Я не знаю. А я знаю. Только тебе. В общем, так, Надя. Если ты хочешь войны, ты ее получишь. Ты же знаешь, что мои магазины крышуют ребята Володьки Короткова. Я ему уже все сказал. Так что, если твой придурок еще раз сунется, они его быстро возьмут в оборот. И он сдаст тебя. Теперь понимаешь? Ты меня сейчас пугаешь? Я тебе сказала, что я ничего не знаю. В общем так, если ты не тормознешь этого парня, тебе будет худо. А ему вообще хана. Это не мои слова. Это Коротков так обозначил. Его эта история напрягла не меньше, чем меня. А мы партнеры по бизнесу. И у него бригада здоровых и лысых парней. Понимаешь? А что ты сразу жаловаться-то побежал, а? Мог бы сам найти этого человека без бандитов да послать. Испугался, да? Небось, теперь спать не сможешь. А я вот пойду, наверное, и посплю. Я тебя предупредил, дура. Главный офис поставьте, пожалуйста, на сигнализацию. Да, ухожу. Михаил Львович. Надежда Сергеевна, я хотел извиниться за вчерашнее.
Давайте не будем об этом. Я совершенно по другому поводу. Если вы по работе, то мое предложение в силе. Я Вику вчера уволил, и мне позарез нужен помощник. Вы можете минутку послушать? Речь о другом. Давайте отойдем. Давайте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Пойдемте. Это насчет моего бывшего мужа, Валеры. Вы же ходили к адвокату? Ну и вообще провели расследование какое-то. Да, и что? Дело в том, что, понимаете, вчера к Валере подошел какой-то человек и начал его шантажировать. Ну, насчет той аварии. И я подумала, что... И вы подумали, что это шантажист, и мое самодеятельное расследование как-то связано, да? Да. Я вас очень прошу. Если это ваша инициатива, вы хотели его напугать, проверить, я не знаю. Пожалуйста, не связывайтесь с этим человеком. Да, он трус, но за ним стоят бандиты. И это ваше расследование, это прямая угроза, понимаете? Понимаю. Уверяю, что ни с кем, кроме вас, я с вами дома основном не виделся. И к Валерию я никого не отправлял. Ну, а кто же тогда? Не знаю. Может, адвокат? Николай Сергеевич? Ну, да. Не думаю. Он не станет нарушать закон. Ну, все равно, я просто хотела вас предупредить по поводу Валериных знакомых. Там такие люди. А вы не думали, что он все это выдумал? Ну, чтобы разорвать с вами финансовые отношения. Он же давал какие-то деньги на детей, алименты там. Ну, не только на детей. Он мою маму полностью обеспечил медицинской помощью. Ого. Но дело не в этом. Валера очень напуган. Я его знаю. Ладно. Простите, я пойду. Надежда, а как насчет предложения о работе? Возвращайтесь. Михаил Львович, ну вы сами подумайте. Вас же теща сосвету живет. Когда узнает, что я рядом. Она влиятельная женщина. Разорит и на вас. Так что спасибо за предложение, но... Да. Это я, Саша. Ну что, как там насчет денег? Ну, у меня после обеда все будет готово. Только это, давай так, чтобы меня с тобой никто не видел. Долгострой на Росляковской, знаешь? Найдем. Во сколько? Давай после обеда в 3. Лады. Ты только не дури, понял? Да понял, понял. Алло, Володя? Это я. Здравствуйте, Слава Викторовна. А Виктория у себя? Она у себя, Виктор Иванович. Собираешься? Слушай, я тут подумал, нехорошо смешивать бизнес и личные чувства. В общем, можешь не увольняться. У меня сейчас проблемы с персоналом, ой, как ни кстати. Виктория, вы вообще меня слышите? Слышу. Мне Тамара уже увольнительно перевела на карту. Что, мне теперь их обратно в кассу сдавать? Хм. Быстро вы с ней. Ну, хорошо. Оставьте себе. Это моральная компенсация за нервотрепку. Спасибо. Ну все. Теперь поезжайте на склад к Славину. Там опять бракованная партия пришла, нужно составить новые акты. И найдите мне, пожалуйста, Ниточкина. Помните, на переговоры приходил Эдуард Николаевич, кажется. В общем, да. Мне нужен его контакт. Хорошо. Спасибо. Так как к вам вообще это в голову могло прийти? Что я нарушил адвокатскую тайну? Да, я с ним поделился своими соображениями, но не более того. И потом, поверьте, я легально зарабатываю гораздо больше, чем если бы занимался шантажом. Ну, простите. Простите, я на всякий случай спросила. Просто у моего бывшего мужа там такие покровители, что лучше с ними не связываться. Это я не хуже вашего знаю. Вам, Надежда Сергеевна, нужно самой хорошенечко подумать о том, кто мог узнать обстоятельства произошедшего. В настоящего свидетеля я не верю. 2 года никто молчать не будет. Слушайте, может, не знаю, ваша мама кому-то рассказала? Нет, это не мама.
Простите, я пойду. Куда вы? Подождите, как вы вообще? Дети-то с вами? Да, со мной. До свидания. Ну, пожалуйста, родимая, возьми трубку. Ну, возьми, возьми, возьми. Михаил Львович, вы просили зайти? Да. Подготовьте, пожалуйста, полный пакет документов для аудиторской проверки. Это как? Какая проверка? Аудиторская. Хочу нашу экономику за последние 2 года наглядно увидеть. Ладно, конечно, сделаем. А когда? Ну, чем раньше, тем лучше. Хорошо. Идет к моей машине. Сиди на месте. Я сам к тебе сяду. У меня деньги в багажнике. Ну пошли. Только это, не дергайся особо. Открывай. Что, кинуть меня еще? Погоди, не истерик! Ты же видишь, мы не из полиции. Давай поговорим. Ага, сейчас. А ну, сели в машину, быстро! Слышь, что ли, травма от у него? Парень, ты хоть знаешь, с кем связался? А мне плевать. Я вас не трогаю и вам не советую. Сунитесь ко мне, стрелять буду! А он сказал, бросай сумку. Мы тебе его в багажник загрузили. Поедешь за нами. Зачем? Это придурок. Она нас по крышам хотела убежать. Ну и упал, свернулся шею. Насмерть. Че трясешься? Свидетелей нет, никто ничего не видел. Надо зарыть его только. Поедешь за нами, за город. А кровь отмоется? Отмоешь. Поехали. Только смотри, правила не нарушай, чтобы не тормознули. Валера, ты чего трубку не брал? Валера, что с тобой? Валер, чего ты трубку не брал? Не мог и не брал. Есть будешь? Нет, я в душе спать. А, ну, как скажешь. Проходим. А ты чё?
Ничего. Недавно уже навещала. А чего ты к телефону не подходишь? Мне отобрали эти. Так, 10 минут. К тебе Андрей приезжал? Неделю назад. А что? Ты про меня ему что-нибудь рассказывала? Ничего такого не рассказывала. А что? Когда вы последний раз разговаривали? Я же говорю, мне эти телефоны отобрали начальники, чтобы фуражка у него в голову вросла. Слушай, ты меня не пугай. Рассказывай, что случилось. Понимаешь, если ты ему что-то рассказала про Валеру, про ту аварию, он мог его найти. Кого? Я ничего такого не рассказывала. Ну, может быть, там что-то намекнуло. Короче, Катя, до Андрея нужно срочно дозвониться и сказать, чтобы он по Лерке не лез. У того крыши настоящие бандиты. Лучше не связываться, поняла? Ладно. Если что, я сейчас могу позвонить по таксофону. Да, и мне номер скажи. У меня быстрее получится. А если вдруг... Я позвоню. Да. Анастасия Викторовна, меня сегодня дома не будет, не смогу. Ну как же, Миша? День рождения Люды, мы же всегда отвечаем. Да, я помню, но на работе сегодня аудит, и я буду поздно ночью. Ой, не знаю, Миша, у меня к тебе доверия больше нет. Вот бухгалтер звонит, Тамара, хотите поговорить? Нет? Да, Тамара. Через полчаса буду, выезжаю. Давай. Имей в виду, дорогой мой, если я еще от кого-нибудь узнаю, что ты имеешь дело с этой женщиной, я тебе устрою веселую жизнь. Офис, между прочим, ты снимаешь по дешевке, потому что я за тебя хлопотала. И налоговая тебя не трогает, потому что я хлопотала. А без меня перебивался бы ты с хлеба на воду. Бизнесмен из тебя, прямо скажем, не очень. Ну все, поехали. Вези меня на кладбище. А потом вернешь домой. Будет исполнено. Ну что, сказал, приедет? Через полчаса обещал. Странно. Он обычно в день рождения Людмилы вообще не появляется на работе. Угу. А тут видишь, какое дело? Полный аудит. Это зачем еще? Наверное, хочет объединить нас с другой фирмой. Или вообще продать контору. Так вот он, почему просил меня найти контакты Эдуарда. Какого Эдуарда? Эдуарда Ниточкина. Он приезжал к нам год назад и предлагал нас купить. Ну что, снова все расскажешь Анастасии? Нет, не буду. А то опять еще уволит. А так, глядишь, мы с вами новому шефу по двору придемся. Мы же тут самые опытные. Интересно, что он задумал? Нет, Катюш, я тоже до него не дозвонилась. Абонент постоянно недоступен. А нет у него другого контакта? Ну, я не знаю, домашний. Я звонила на домашний. Ты узнаешь своего Валеры. Ой, вот поздоровалась, что с матерью-то, а? Он ужин на столе стынет. Мам, я сейчас к нему поеду, все выясню. Ты, главное, не волнуйся. Как только что-то узнаю, сразу тебе сообщу, хорошо? Хорошо. Что случилось? Мам, я, наверное, поеду. А ужин? Ну, оставь на столе. Я через час уже вернусь. Прости, дорогая, ну вот твоя непутевая дочь все завертела. Ты что, что завертела-то там такое непутевая дочь, а? Что ты там? Тамара, уже 10:30. Давайте я вас отвезу, а потом вернусь и еще раз все посмотрю. Завтра вместе посмотрим. Вам бы тоже передохнуть. Да нет, я на завтра уже встречу назначил. Но я должен быть уверен, что говорю человеку точные цифры. Продаете нас? Не волнуйтесь, Тамара Васильевна. Главным условием будет, чтобы он никого не увольнял. Ну, а сами? Сами-то чем будете заниматься? Не знаю. Что-нибудь придумаю.
куда? Я на минуту, спи. Валер, что происходит? Что происходит? Ты на улицу, что ли, пойдешь? Да все нормально, спи. Ты чего ночью-то? Я знаю, кто это был. И кто? В общем, я в тюрьме рассказала все одной девушке из нашего отряда. Нервный срыв был, неважно. В общем, она все передала своему мужу, и наверняка это был он. Зовут Андрей. Брюнет. Лет 30. Вот его фото. Мне Катька из колонии прислала. Это он? Ну, вроде он. Хотя не помню точно. И где он сейчас? Ты меня спрашиваешь? Валера, он целый день на звонки не отвечает. Так а я-то здесь при чем? Слушай, я тебя очень хорошо знаю. Да, ты ему ничего не мог сделать. Но этот твой Коротков ужасный человек. Да я ничего больше Короткову не говорил. И Андрея твоего этого больше не видел. Знаешь что, дружочек, таких, как ты на зоне, в первый же день опускают. И тебе придется заключать соглашение со следствием. Всех сдаешь им. Тебе, скорее всего, дают условный срок. Другого выхода у тебя нет. Ты о чем, Надя? Какой срок, какое следствие? Ты что, подумала, что это я его убил? Я же тебе говорю, он не появлялся больше. Ну, откуда я знаю? Может, он планы жизненные поменял? Да. Какой же ты глупый, Исаев. Трусливый. Нарвался на такую статью, что двумя годами, как я, ты не отделаешься. В общем, я тебе все сказала. Крутись сам, как знаешь. Надь, подожди. Я же тебе сказал, никого я не убил. Послушай, это парень моей лучшей подруги. Молодой, наглый, пусть дурной, но убивать-то зачем? Да никого я не убивал! Ты... Или возись со своими детьми, пожалуйста, сам. А я к себе поехала. Жена я тебе или кто? Кто к тебе сейчас приходил? Надя. Что и надо? Да, так. Нет, Валера. Давай-ка ты все рассказывай. От начала и до конца. Я прекрасно понимаю, когда ты мне врешь и когда что-то скрываешь. Я вижу, что сейчас что-то серьезное. Мне конец, Ларка. Мне конец.
Значит, твоя Лариса придумала. Умная женщина. Только я думаю, не надо тебе ничего этой зрячки платить. Такие дела на зоне по-другому делают. Что скажешь, Толь? Понял. Скажу Архипу, чтоб сгонял в колонию. У него там как раз сестра сидит. Он все устроит. Ты сам тоже с Архипом поезжай, надо, чтобы все было чисто и гладко. Видишь? Ты еще и деньги сэкономишь. Угу. Ты там смотри, со своей бывшей не облажайся. Да вроде она не должна никому сболтнуть. Фактов-то у нее никаких. Факты? Тоже, если надо, подтасовать можно. Можно так все дело повернуть, что все решат, что это ты шантажисту шею свернул. Вон у меня двое свидетелей. Понимаешь, Валера? Понимаю, Володь. Ребята! Привет! Пап, ты что опаздываешь? Милая, кто опаздывает? Я вовремя. Ванька, раздай мороженое. Хорошо. А мы в кино успеем? Ну, конечно, успеете. Еще 20 минут до начала. Ага. Ванюш, посмотри тут за ними. Нам надо с папой поговорить. Хорошо? Давайте мороженое. Ну, чего? Ну, что, все путем. Делать и говорить, как задумали. Ага. Ну, только чтобы в городе ее не было. Ну, а с этой подругой мы сами разберемся. В смысле? В смысле? Не надо нам их помощи, пусть главное не лезут. Ну, хорошо. Как скажешь, передам. Да-да, ты передай обязательно. Так, ладно, все, я поехала. Давай. Давай. Билеты. Держи, все. Угу. Все. Все, ребят, пока. Все. Ребят, садимся в машину, поехали в кино. Ура! Ура! Мам, ты идешь завтракать или тебе принести? Не надо, не надо. Я уже одеваюсь. У меня к тебе деловой разговор. Привет. Я зайду? Это Раиса? Мам, нет, это ко мне. Проходи, можешь не разуваться. Угу. Это детская? Ты зачем пришла? У меня к тебе предложение. Коммерческое, если можно так выразиться. Тут такая сложилась ситуация. В общем, Валера мне все рассказал. И про твои подозрения насчет этого Андрея, и про Краткова и его людей. И что же он тебе рассказал? Он говорит, что ты подозреваешь его в убийстве и можешь со дня на день на него заявление в полицию написать. Ну, знаешь, со страху он может все что угодно себе придумать. Конечно, я ничего писать не буду, но вот моя подруга, она, да, может. Так, давай твою подругу сейчас в стороне оставим. Поговорим про твою роль в этом деле. Ты же вроде как свидетелем получаешься. Хотя ничего не видела, не слышала, только догадки строишь, так? Ну, допустим. И? Ну, и теперь смотри, что выходит. Надь! Мам, иди к себе, нам поговорить надо. Давай дальше. Что выходит? А выходит то, что в полиции Валера будет все отрицать. И шантажиста скажет, не было никакого. Да и шантажировать его нечем. Ведь это ты была за рулем. Свою вину признала, свой срок отсидела. А, он и это теперь сказал, да? Ну, об этом я сама догадалась. Надо же. Предположим, полиция ему не поверит и заведет на него уголовное дело. Это, конечно, плохо, но не в этом главная проблема. Главная проблема в том, что если Андрея действительно убили люди Короткова, то вот уж они точно постараются от всех ненужных свидетелей избавиться, понимаешь? Нет. Да все ты понимаешь. Ты просто об одном никак подумать не хочешь. Для того, чтобы тебе и Валере заткнуть рот, эти люди ни перед чем не остановятся, а у вас трое детей, к которым я, между прочим, уже успела привязаться. И лично мне их жалко. А ты сейчас мне угрожаешь, да? Да ты дослушай. Я предложила Валере следующую схему. Он полностью передает опеку над детьми тебе и дает вам с мамой денег на переезд. 5 миллионов. Этого хватит. Ух ты! Щедро. И куда же нам переезжать? Не знаю. Можно, например, в том же поселке под Анапой квартиру купить, куда вы Костику возите весной. Там и дети всех знают, и школа есть. Цены в интернете я смотрела. Мам, откроешь?
одна, что ли? Там Лариска и Носка. Лариска, что ли, пришла? А я смотрю, вы все продумали. Да потому что другого выхода нет. Ты любишь своих детей, а я люблю своего мужа. И я его в обиду не дам. И не жалко ему 5 миллионов? Дом продаст, кредит возьмет, если надо будет. Да, и твоей подруге он тоже денег предложит. Ее, кстати, Катя зовут. Так это что, Андрея все-таки убили? Да? Я правильно поняла? Она же мне звонить будет. Ну и что? Ты все равно ничего не знаешь. А она пусть думает, что хочет. В любом случае, Валера здесь ни при чем. И еще. Если ты все-таки решишь поступить по-своему, то имей в виду, я за Валеру пойду до конца. Я лично доберусь до этого Короткова и расскажу ему про твоего Михаила, с которым ты, между прочим, еще можешь быть счастлива. А его-то зачем приплетать? Он вообще ничего про Андрея не знает. А это на всякий случай. Я до конца пойду. Если на Валеру заведут уголовное дело или Коротков станет на него наезжать, ты и детей не получишь, и Михаила своего потеряешь. Коротков никого жалеть не станет. Так что ты подумай. Может быть, не стоит усугублять? С кем сейчас дети? С Валерой в кино. Если хочешь, можешь их забрать. Сеанс в 12 заканчивается. И ты уверена, что Валера вот так просто мне детей отдаст? Под мою опеку? Они-то ему все-таки не чужие. Долго грустить не будет. Я беременная. Просто он еще этого не знает. Кофе сам себе готовишь? Нет девочки специальной? Есть, но она готовит не очень. Так ты ее уволи, возьми, которая очень. Вот об этом я хотел с тобой поговорить, Эдик. В общем, если ты надумаешь покупать мою компанию, то я прошу тебя не увольнять никого. Ну, хотя бы год. Не, подожди, старик. Я же здесь хозяин буду. Да и всего 3 человека. 3 женщины. Нет, насчет технарей и бригады ты это сам решай, я не против. А вот насчет офиса... В общем, это будет мое принципиальное условие. Но только если насчет офиса. Угу. Да, но секретаршу я сам подберу. Знаешь, такую... С ногами от ушей. Ты давай не отвлекайся, а то потом скажешь, что я тебе кота в мешке продал. Читай, читай. Звонилась? Я нет. Я тоже. И Валера тоже, он не знает. В общем, он его не видел. Ну и не надо тогда нервничать. Может быть, он просто запил. Может быть, я не знаю. Кать, я не могу сейчас говорить. Я тебе еще позвоню, хорошо? Хорошо. Давай. Пока. Ты куда собралась? За детьми. А Лариска? А чем вы тут с ней говорили? Мам, я сама разберусь. Уверена? Мамочка, дорогая, я помню все твои беспокойства. И то, что ты без Валеркиных денег прожить не можешь, я это помню. Но у меня тоже есть свои обязательства. Ты когда-нибудь подругу предавала? Ты Лариске, так вот она тебя первая предала. Вот именно, что меня предавали. И я знаю, каково это. Я не хочу поступать так же. Раиса Григорьевна, вы не могли бы завтра снова с детьми посидеть? Мне за город нужно. Конечно, милый, езжай. Я же, ты знаешь, всегда с радостью. Своих детей Господь не дал, так я хоть на ваших полюбуюсь. Я пойду. Вер, ну вот зря ты с дочерью так строго. Ей так сейчас тяжело. А кому легко?
Ну чего, не вызывал он тебя? Кто, Михаил или Эдуард? Но этот ты еще тебя пока не может вызывать, погоди. Почему же? Может, собеседование устроить? Прости, Господи, зачем это? Ну как, познакомиться, прицениться. Ой. Осмотреть товар лицом, так сказать. Меня что осматривать? Я простой бухгалтер. Я тебе чего забыла рассказать? Я вчера вечером относила документы в кабинет Михаила Львовича. Кладу на стол, смотрю. У него на компьютере открыто. Недвижимость в Сочи. Домики там всякие, цены, квартиры. Это что ж, получается, он уехать, что ли, хочет? Знаешь, мне теперь все равно. Для меня это пройденный этап. Мне вперед надо смотреть. Так, ладно, пойду загляну к ним. Спрошу, не надо ли чего. Подтягиваться будем? Я не хочу. Я сегодня как в кино, принцесса фея. Сейчас я от вас улечу, а я волшебник. Мне не понравился фильм. Для малышни. Я люблю про супергероев. Да ты у меня сам уже как герой. Вань, а ты не хочешь со мной сегодня съездить, подругу навестить? Какую подругу? Тетя Таня? Нет, в колонии. Помнишь, ты с папой приезжал? Я освободилась, а ей еще там 3 месяца жить. Знаешь, как грустно, когда тебя никто не навещает? Я не хочу. Мне это не понравилось. Понимаю. Ну, тогда побудете завтра с тетей Раей, ладно? Прости. Да ничего. Я просто думала, что тебе нравится на машине кататься. Не переживай за это, ладно? Костя! Спасибо тебе, Лариса. Без тебя я бы никак все это не разрулил. Останови, пожалуйста. Зачем? Ну что, тебе трудно? Укачало меня. Давай выйдем, воздухом подышим. Давай. Спасибо. Может, тебе воды? Спасибо. А вот, кстати, давай до родника пройдемся. Тут же родник есть, знаешь. Вон там, за деревьями. Всего 500 метров по тропинке. Ну ладно, давай. Ой. Осторожнее. Перенервничала, да? Не в этом дело. У нас ребенок будет. Чего? Правда, что ли? Да. 8 недель уже. Так это же классно, Ларка. Я больше не хочу никаких ужасов, стрессов, катастроф. Лучше бы теперь без этого. Ну, хорошо. Давай без этого. Мы же теперь семья. Что-то вы зачастили. Ольга Семеновна, рада вас слышать. А нет, нет, конечно, конечно. Спасибо. Спасибо за информацию. Нет, я не знала. Да. Да, спасибо и вам. И вам всего хорошего. Алло. Анастасия Викторовна, я не знаю его планов, но, насколько мы тут все понимаем, он вроде как решил объединиться с Эдуардом Ниточкиным. Или просто продает ему бизнес. Продает. Мне только что звонила нотариус, которая
регистрировала сделку. А, ну вот видите, у вас даже больше информации, чем у нас. Он нам ничего не докладывает. А с этой женщиной он встречается? Если честно, я не знаю, но она здесь больше не бывает. Да, и вообще ему некогда, он с утра до ночи занят сделкой. Но если что-нибудь узнаю, я вам обязательно сообщу, обещаю. Да, хорошо, спасибо. До свидания. Что, Эдуард, поздравляем. Ты теперь акула на нашем развивающемся рынке. Ты печать взял? А. Здесь. Теща звонит, не буду отвечать. Понимаю. Ну что, может, отметим? Не могу, я за рулем. Это тебя возит. А я пойду в офис, попрощаюсь с девчонками, да, и потом у меня еще одна деловая встреча. Какая деловая встреча? Ты же все дела на меня сбросил. Это личная недвижимость. На. Ты прибогатый человек, можешь себе позволить. Дай угадаю. Испания? Нет. Турция? Ну, уже теплее. Уже и Болгария. Да это здесь, у нас только на море. Барин. 45 лет, а уже собрался отдыхать. Ну, а я все пошу. Ладно, еще раз поздравляю. Спасибо. Ну, не реви. Не реви ты, Сара. А вспоминай, что она тебе говорила. Может, у нее депрессия какая была? Да не было у нее никакой депрессии. Катя, она такая жизнерадостная. Ну, как же так? Ну, раз такая жизнерадостная, зачем ты к ней три раза в месяц приезжаешь? У нее муж, он... А что муж? Муж тоже у нее вроде здесь был. 6-го. Комнату им дали. Все счастливы, все довольны. А она вдруг на тебя повесилась. Исаева, помоги мне понять. Да я сама ничего не понимаю, Игорь Сергеевич. Ну, и потом вы не следователь. Здесь нужно разбираться серьезно. Ничего. Следователь сюда скоро приедет. Всю колонию на уши поднимут. У нас суицида давно не было. Как же так? Ей ведь всего меньше 3 месяца до выхода осталось. Слушай, не реви, а? Ну, я прошу тебя, не реви. Я сам знаю, что меньше 3 месяцев осталось. Поэтому спрашиваю тебя по-людски, по-человечески. Ну, войди ты в положение. Помоги администрации узнать, в чем дело. Ведь от хорошей жизни просто так никто не вешается. Игорь Сергеевич, а можно я с девочками из отряда поговорю, которую я нашла? Только со мной. Артюхову позвать? Да, пожалуйста. Вдруг она что-то заметила. А что она заметить могла? Ну, я не знаю. Может быть, Катя накануне что-то говорила. Артюхов, войди сюда! А что, эти из прокуратуры еще не приехали? Сказали, через полчаса будут. Скажи этим, из труповозки пусть ждут. Есть. На. Что, девочки? Ну, чего? Ночью-то я сплю, как мертвая. Прости, Господи. Хорошо-то я сплю. Поэтому я не знаю, когда она поднялась. Но утром ее в кровати не было, и в туалете не было, и в постблоке. А потом на построение стали всех шухерить, типа, где Калмыкова. Все разбрелись, я в полуночную пошла, и там вижу. Заорала и побежала за охранниками. А что, Игорь Сергеевич, я что-то неправильно сделала? Все правильно, Зина. Все правильно сделала. Вот у Надежды к тебе вопросы имеются. Да. Скажи, а накануне вечером она веселая была? Нормальная. А про мужа, про Андрея ничего не говорила? Да нет, вроде. А про меня? Котлеты твои расхваливала. Божественные. Мы еще посмеялись, что у наших поваров руки не с того места растут. А скажи, она накануне не чифирила? Да я почем знаю. А другие девочки,
Архипова, Потапова, которые блатные, они с Катькой не ссорились? Сэва, ты мне здесь смуту не поднимай. У нас колония образцовая, блатных здесь нет. Игорь Сергеевич, прокуратура приехала. Скажи, сейчас буду. Значит так, девочки, Артюхова дуй в отряд. Исаева, ты жди на проходной. Вполне возможно, у следователя и к тебе будут вопросы. Только смотри мне, Исаева, бучу не поднимай. Ты сама на свободу на соплях вышла. Стоит мне сделать только один звонок, и твое УДО лопнет, как воздушный шарик. Это тебе ясно? Куда ж яснее. Открываю! Уже давно открыла! Ой, а вы кто? Разрешите? Вы Жека? А ваша дочь где? А, зачем вам нужна моя дочь? Вы откуда? И вообще это вот так вот наглость входить без спроса. Я ведь могу и полицию вызвать. Вызывайте, давно пора. Так ее что, нет? Надежда Сергеевна, вы здесь? Мама уехала. Она теперь вернется только вечером. И куда же она уехала? Ваня, не надо, не отвечай. Давайте пройдем. Вот только, пожалуйста, без рук. Дочь вырастили преступницей. Не смогли объяснить ей, что на чужой зариться нехорошо. И жизнь отнимет, и мужа украдет. И перед чем не остановится. Так, дети, идите к себе и закройте дверь. Это вашу дочь Надя сбила? Ну, наконец-то поняли. Ну, конечно. На суд-то ни разу не явились. Надя свою вину искупила. У нее и так сейчас очень много неприятностей. Лучше будет, если она не будет с вами разговаривать. Ну, давайте. Давайте с вами расстанемся по-хорошему. По-плохому это как? Надя, от вас ничего не надо. Вы просто ее не знаете. Поэтому придумываете всякие небылицы. А Надя, она очень хорошая. Она добрая. Она благородный человек. Но это же ваш Михаил начал за ней ухлёстывать. А она уже давно оттуда уволилась. Вот вы к Михаилу претензии-то и предъявляете. Ну не надо же, Господи, ну не надо же вести все эти разговоры при детях. Неужели вы не понимаете? Ну вы же такая воспитанная. Какие же вы все-таки бессовестные. Вы ей даже прощения не попросили. Бабуля, кто это была? Неважно. Раису позови. Так она в магазин ушла. Давай я, может, лучше папе позвоню? Не надо. Нет, надо. Мама бы так тоже сделала. Он тебя в больницу отвезет. Сейчас. Ты, главное, не волнуйся. Алло, пап. Тут бабушке плохо. Да, Анастасия Викторовна. Извините, не мог ответить. Был на переговорах. Миша, если ты думаешь, что ты можешь от меня что-то скрывать... То ты ошибаешься. Я в курсе всего, что с тобой происходит. А что происходит? Не смей оскорблять память Люды. Я не оскорблял ничью память. Я любил вашу дочь, но я не могу жить только в прошлом. Это что значит? Это значит, что вы можете отбирать офис, разорять фирму, ну и так далее. Меня это больше не касается. Значит, это правда. Ты продал компанию. Да, продал. И уезжаю на пару дней. Куда? Зачем? Анастасия Викторовна, я взрослый мальчик. И перед вами я отчитываться не обязан. Так что всего вам хорошего. Да, Валер, вот теперь я могу говорить. С мамой все в порядке. Она уже спит. Где дети? У нас. В смысле? А ты не мог их с Раисой оставить? Короче, собирай их и вези обратно. Сейчас мои дни. Надя, ночь уже. Через полчаса я тебя буду ждать у подъезда.
Подожди, Надь, дети пока спят. У меня к тебе разговор на 2 минуты. Я не хочу с тобой говорить. А что опять случилось-то? Ванька мне позвонил, сказал, что Вере Петровне плохо. Я отвез ее в больницу, ну, вот я тебе деньги привез, не все пока, но... Убери их. Ларка сказала, вы вроде... Исаев, я от тебя деньги не возьму, пусти. Но вы же вроде договорились. Послушай, если ты мне сейчас не отдашь детей, я подниму крик. Да пожалуйста, пожалуйста, забирай. Только можешь мне объяснить, как ты без денег собираешься? Да поздно что-либо объяснять, ты все равно ничего не поймешь. Отойди. Дети, подъем. Перебираемся в кровать. Если я беременна, это не значит, что я вдруг глупая стала. Я чувствую, ты от меня опять что-то скрываешь. Да я просто не хочу, чтобы ты нервничала из-за этой ненормальной. Ну, подумаешь, детей ночью подняли, перевезли. А что здесь такого? Она деньги отказалась брать. Я предложил ей первые 500 тысяч. Она не взяла. Значит, психует. Нет, ну сам подумай. Вернулась из колонии. Детей нет. Мать в больнице. Я бы, может, тоже в такой момент не взяла. Утро вечера мудренее. Спи. А если она вообще не захочет эти деньги брать? Захочет. Я не могу больше так. Ну, я с ума схожу от этого всего. Ну, как? Как можно было убить и оставаться безнаказанным? Успокойтесь, Надежда Сергеевна. Вот, выпить. Давайте с вами поразмышляем. Вы, конечно, можете пойти в полицию и отнести заявление. Более того, у вас его примут и возбудят дело. Но далее вступают в силу так называемые юридические коллизии. Говоря простым языком, все строится исключительно на ваших домыслах. Никакой доказательной базы. Так что дело это до суда не дойдет. Оно развалится еще на этапе следствия. Ну и потом давайте не будем забывать, что у Валерия и его партнеров с деньгами все в порядке. Согласны? Да, с деньгами у них в порядке. А теперь представьте, какой опасности вы подвергнете себя, своих детей и Михаила. Вы же сами говорили, что 2 человек они уже убили. Поэтому я прошу вас немного остыть и согласиться на предложенный компромисс. Возьмете деньги, заберите маму и уедете. Поверьте, это лучший выход в вашей ситуации. Я не могу. Я больше никогда в жизни не смогу взять у них ни копейки. Катя не заслуживает такого предательства. Я... Николай Сергеевич, спасибо вам за совет, но... Это не совет, Надя. Это просьба. Я вас очень прошу. Не рискуйте детьми.
Не надо связываться с Коротковым. У него в подчинении одни отморозки. В этом городе на них управы нет. Ну, посадят одного. Другой вам отомстит. Хорошо, я не буду подавать заявление. Я все понимаю. Хотя, конечно, это... Надя, мы с вами взрослые люди. И ответственны не только за себя. Я понимаю. Я просто не могу это держать в себе. Ну, нужен будет совет. Приходите, поговорим. Спасибо. А по-моему, твой Николай Сергеевич абсолютно прав. Надо брать у Валерки деньги и не сомневаться. Господи, да как вы все не понимаете? Ну, это то же самое, как кто-то при тебе котенка утопил, а потом тебе кофе предлагает. А ты сидишь и пьешь спокойно. Только это не котенок, это человек. Живой, хороший. Ну, ты же точно ничего не знаешь. Это все догадки. Я тебя умоляю, все я знаю. Именно поэтому я не хочу брать деньги у этих людей. Ну, тогда надо одолжить у Михаила и уезжать отсюда. Что? А что, он на тебя запал. В конце концов, ты у них отработала 5 недель, а заплатили тебе только за 4. Слушай, насчет того, что я ему нравлюсь, это вот действительно фантазии и догадки. Угу. Кто-то к тебе его теща домой приходила. Да все это несерьезно. Ты только подумай, я виновата в смерти его жены. Да он в жизни не сможет перешагнуть через это. Между нами пропасть. Тань, ты мне сможешь завтра помочь? Нужно с детьми побыть, пока я маму из больницы привезу. А то мне как-то неудобно Раису каждый день напрягать. Конечно, помогу. Только с одним условием. Ты прямо сейчас позвонишь Михаилу и попросишь у него деньги за последнюю неделю. Да, ты сейчас не в той ситуации, чтобы разбрасываться этими несколькими тысячами. Обещаю, позвоню. Ага. Знаю я тебя. Давай сейчас звони. Давай, давай. Хорошо. Черт. Что? Абонент не отвечает. Я уже о самом плохом начинаю думать. Тань, давай сделаем так. Я сейчас отойду на полчаса, отведешь детей, ладно? А ты куда, в офис к нему? Я потом тебе расскажу. Спасибо. Ладно. Давай, давай. Дети, мама через полчаса придет, я пока с вами. А, привет. Валеру позови. А, ты к Валере. Валера! Валера, подойди, пожалуйста. Валера, быстро подойди. Ну что, что случилось? Слушайте, вы оба. Я предупреждаю один раз, потом сразу иду в полицию. Если вы детей или маму, или Мишу хоть пальцем тронете, я сразу иду в полицию. И еще, я написала на вас бумагу. Если вы со мной хоть что-то решите сделать, бумага тоже всплывет. Настя, подожди, ты можешь успокоиться? Ты можешь успокоиться и объяснить, в чем дело? Что происходит, да? Мы тебе предлагали деньги? Предлагали. Почему не взяла? Да потому что я не могу брать от тебя деньги. И потом, ну хорошо, вышла у вас эта глупость с Андреем. Ну не разобрались. Ну Катю-то зачем убивать? Что она вам сделала? Валера, что происходит? Я не знаю, я не знаю. Да все ты прекрасно знаешь. Ее вчера в колонии повесили. Она никогда бы в жизни на себя руки не наложила. И потом, чтобы ты понимал, у твоего Короткова все схвачено на зоне. Так что ее смерть на вашей совести. И брать деньги я у вас не буду, если с Мишей. Вы меня услышали? Да, я вам звонила, вы вне зоны были. Валер, я что-то не поняла. Мы же с тобой договаривались. Ты должен был сказать, чтобы они не лезли, не мешали. Что мы разберемся с этой Катей сами, без твоих этих бандюков. Лариса, я... Ну, я не успел просто. И сегодня хотел, но я же не знал, что у них все так быстро. Прости. Да что значит прости? Что значит прости, Валера? Ты что, ты не понимаешь, что ты сейчас и меня в этот кошмар тянул? Валера, ты что наделал? Я не собиралась никого убивать. Я, наоборот, старалась сделать так, чтобы все миром разошлись. Валера, ну что ты сделал? Ну я тоже ведь никого не убивал, Лариса. Ну я уже вообще запутался, кому что говорить. А он не удивился, что ты ему позвонила? Нет, но зато я удивилась, поэтому и забыла спросить про деньги. Молодец, что еще скажешь. Ну ничего, завтра он прилетит, я обязательно спрошу. Завтра, завтра. До завтра еще дожить надо. А у тебя 400 рублей осталось. Ну вот как раз на такси, чтобы маму из больницы забрать. А покормить?
На, еще 1000. Тань. Да, возьми. Да. Сколько я тебе должна уже? 7? Слушай, я не записывала. Да я тоже дура, ничего не записываю. Я в Раисе Григорьевне 10 должна, тебе 7. Надо записать. Слушай, вкусники. Ты знаешь, что я подумала? Я попробую уговорить маму продать эту квартиру и купить дом в деревне. Конечно, хорошо бы где-нибудь на юге, чтобы Костика постоянно весной не увозить. Ну, еще это аллергия. Ты что, совсем? А маму где лечить? Ну, больница же везде есть. Слушай, Надь, ты чокнутая. Сама себе проблемы придумываешь. Слушай, давай я Исаеву позвоню. Пусть они дачу продают. В конце концов, непонятно, почему вы при разводе не разделили имущество пополам. А что непонятного? Я из тюрьмы разводилась. А если бы я начала с ним бодаться? Он бы лишил меня родительских прав. Не-не-не, все. Я уверена, что все будет хорошо. А я вот нет. Постный торт? Да. Удобно села? Порядок, порядок. Поехали. Че такая веселая-то? Ой, не знаю, настроение хорошее. Надя? Михаил Львович? Здравствуйте. Может, вам помочь? Да нет, спасибо, мы справимся. Я сейчас маму отведу и спущусь. У меня дело-то на 2 минутки. Можно было бы по телефону. Да нет, так даже лучше, потому что у меня тоже к вам дело. Здрасте. Извините нас, Михаил. Надя сейчас вернется. Да ничего, ничего, я подожду. Костя! Бабушка приехала! Машенька! Бабушка! Бабуля, а мы тебе в гостиной сюрприз устроили. Да? Ну, пойдемте посмотрим, что вы мне тут приготовили. Какие молодцы, мам. Смотри, какие открытки. А Костя написал поздравляю через А. Костя зато нарисовал совершенно отличную скорую помощь с Красным Крестом. А цветы-то откуда? Это тетя Таня купила. Тихо, что договаривались. Надя. Ой. Иди вниз. Тебя там ждут. Ждут? А кто это тебя ждет? Уж не Михаил или Львович? А ну-ка все быстренько на кухню! Ну что, сюда заходил, да? Заходил, заходил, спрашивал. Сказала, что скоро вернешься. Так, секунду. Все, теперь иди. Михаил Львович, у меня к вам меркантильный вопрос. А нельзя ли мне получить деньги за последние 4 дня работы? Можно. Просто надо расчет сделать. Я Тамаре позвоню. Или вам срочно нужно? Нет, не срочно. То есть, да там считать-то нечего. Всего 3000 получается. А, так это без проблем. Можно прямо сейчас. Вот. Вот. А мне в ведомости надо расписаться или как? Ой, я не знаю. Я фирму продал. Давайте просто так. Хорошо. Спасибо. А может, расписку? Чего вы так улыбаетесь? Это, да, просто нервное. У меня, наверное, более серьезное дело к вам, чем у вас ко мне. Просто не знаю, с чего начать. Ну, вы начните с чего-нибудь, а там само как-нибудь. Ну, хорошо. Я продал фирму. Да, вы мне уже сказали. Ага. Вот, и... Я нашел хороший дом. Даже предоплату у меня с... Фотографию могу показать. Зачем? В Сочи. А мне зачем это знать? В общем... Надь, выходи за меня замуж.
Я тебя заберу отсюда. С мамой, с детьми. Хочешь прямо сегодня? Там, правда, нет мебели, но замечательное место. Там больница есть, диализ делают. Я узнавал, и школа есть. Подождите. Я люблю тебя. Правда, люблю. Я буду ходить за тобой кругами, пока ты мне не ответишь. В общем, я не знаю, как там говорится, но я прошу у тебя... Чего? Не знаю, руки и сердце. Твои. Михаил Львович, я... Да какой я тебе, Львович, ну правда, ну... Я же тебе предложение делаю, я... В общем... Что скажешь? Я очень хочу отсюда уехать, и ты мне... Просто это как-то неожиданно. Я понимаю, в жизни вообще все неожиданно так. Ты просто ответь, да или нет. Я согласна. Спасибо тебе, я... Вот это поворот. Господи, опять в почки вступила. Надо пойти лечь. Что там, что там? Да что там такое? Мы тоже хотим посмотреть. Ты чего тут смотреть? Пойдемте. По-моему, мы сейчас открытки для вашей мамы рисовать будем. Посуду здесь оставим, а там новую купим. Нет, 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 Миша, нет. Ты давай сковородку бери, и сотейник тоже. А вот у тятницы можешь вынуть. Не помню, когда последний раз на ней готовили. Мам, иди полежи перед дорогой, отдохнешь, а мы тут сами. Меня Михаил сам позвал. Я не лезла. Вера Петровна, я все положу, обещаю. Вон, твоих детей, наверное. Раиса привела. Сама открывай. Здрасте. Добрый день. Надежда Сергеевна? Да. Следственный комитет, майор Щеголихин. Могу войти? Да, пожалуйста, проходите. Миш, тут следователь. Добрый день. Здравствуйте. А вы, собственно говоря, по какому вопросу? Мне нужно поговорить с Надеждой Сергеевной один на один. Без Михаила я не буду говорить. Михаил Львович, новый Надин муж. Здравствуйте. Мы от него ничего не скрываем. Мам, пожалуйста, мы сами разберемся. Проходите. Перед своей гибелью осужденная Калмыкова Екатерина Дмитриевна отправила в прокуратуру заявление о пропаже своего мужа. В своем заявлении она указала на Валерия Исаева, вашего бывшего мужа, который мог, по ее мнению, быть причастен к исчезновению. В заявлении Калмыкова указала на то, что ее супругу, Андрею Калмыкову, были известны обстоятельства аварии двухлетней давности с вашим участием. Она сообщила, что настоящим виновником гибели пешехода на самом деле был гражданин Исаев, а вы взяли его вину на себя. Калмыкова написала, что ее муж по глупости мог пойти на шантаж Исаева и поплатиться за это ей жизнью. В общем, Надежда Сергеевна, мне надо понять, вы будете содействовать расследованию в отношении гражданина Исаева? В смысле содействовать? Мне нужны ваши показания и об аварии, и о ваших контактах с Исаевым в последнее время. Послушайте, Надежда уже отбыла свой срок. Есть показания, есть свидетели. Понимаете, я веду дело, которое мы возбудили по факту пропажи Андрея Калмыкова. Если выяснится, что у господина Исаева был мотив для убийства, то он становится подозреваемым. В любом другом случае дело, скорее всего, будет закрыто. Я снова вас прошу, Надежда Сергеевна, вы готовы дать показания против вашего бывшего мужа? Валера сам не мог никого убить. Он трус. А связываться с теми, кто мог это сделать, я не хочу. Я боюсь, у меня трое детей. Ну, хорошо. Но подумайте. В случае, если речь идет о вашей безопасности, о угрозе жизни вашей семье, можем обеспечить госзащиту. Хорошо, я подумаю.
Ну, ты иногда помогай Раисе Григорьевне квартиру показывать. А то будет цены задирать. Нам важнее побыстрее, ладно? Да не переживай, продадим вашу квартиру, вон оглянуться не успеешь. Ладно. Спасибо тебе, родная. Ты мне за эти дни очень помогла, и прости, что я тебя так загружаю. Ты меня прости. До сих пор чувствую вину за все твои несчастья. Мы вон тогда с Ольгой переглядывались, как две школьницы. Из-за Несаева с Ларисой. Ты все узнала. Если бы не знала, то не было бы этой аварии. Вот именно. И жила бы я с мужем. Неудачником, предателем и трусом. И все бы смеялись за моей спиной. А теперь у меня есть Миша, дети. И мы едем в наш новый дом. Надь, ну поехали уже. Время. Спасибо.